Как ваши дела? Норм? Нормально? Заебись. А меня с днем рождения не поздравили, ребята. Так, а где все? Так, я сторис инсту сделаю. Давайте этот пишите. Да я шучу, блядь, завтра у меня день рождения. Все, пишите ку. Здорово, ребят, запустил стрим. Вот, меня с днем рождения поздравляют, хотя оно у меня завтра. Вот это они тупые, блядь. У нас сегодня битва контейнеров, вот такие участники. Заходите, все, заходите по свайпу, либо на название канала. Нормально я вас убрал, блядь, сам забайтил, сам убрал. Бля, где ребята? Так, ДС. 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 Алло. Алло. Кореш. Алло. Алло. Привет, Ром. Здорово. Как настроение? Как дела? Охуительно. Не, я готов выигрывать деньги, блядь. Главное, чтобы Саша в одной команде не попал с Джоином. С Джоином? Он там так будет раскидываться бабками. Хотя, он же тоже вкидывает, да, 5000? Конечно, все вкидывают. Так. Я в прошлый раз выиграли, нахуй, когда он так делал. А я снова напиваюсь! Здорово. Снова говорю пока. Бля, где Ром? Ебать, я, сука, так ты, летел. Бля, я думал, ты Гвин залетел. Сука, я так летел, дядя. Ебать, спасибо. Так, слышь, а ты там свою девочку, блядь, нигде не видел по пути? Ну, прикалываешь. На плантажу, блядь. Нормально тебя убрал, да? Ну, типа, вы вместе фильм смотрели, знаешь, там секс сидел. Так, ну давай, заходите в вырубай. Не понял. С собой стол, уносил патрон в столе. О! Через окно ОМОН на обычном столе. Так, у нас остался Марк, Генсуха и... Скрути в игре! Остался, это мы умножаем на... Буйна голова! Буйна голова! Смотрите, короче, проблема в том, что... я не знаю, как... Ну, не придумал, как реализовывать, чтобы давать минуту команде на обсуждение самой с собой. Придется мутиться остальным командам, походу. Нет, мы можем просто расходиться по разным комнатам. А ну вы будете терять этот трансляцию в Дискорде. А, да, точняк, реально, really. Там буквально по минуте будет. Ну я, конечно, могу тебе прям супер гениальный момент предложить, конечно. Но тебе нужно будет перестроить. Ты можешь демку на ВРБ подключать. Могу. Да, там есть типа share экран. О, ебать, стоп. Share экран! О, hello, guys! Hello, guys! А, блять, короче, а проблема в том, похоже. А ну-ка. Ну, просто вырежешь шляпки и все. Hi, guys. Рома мне пишет в 7 минут. Ты где? Я в 7 минут сижу в Дискорде. Я не видел свою зиму. Рома, если тебя. А вы видите, да, экран нормально, да? Да, конечно. О, блять, так это же идеально, у меня даже лагать нахуй нихуя не будет. Я не бухал вчера, вы че, охуели? Я просто лег сейчас. Охуели, ты не бухал, слышишь, блять? Он пиздобол. Блядь, ты что-то сдашь позиции, по-моему, блядь. Что за, блядь? Надо передышку хотя бы одну сделать. Чат. Я вот сегодня передышку сделал, блядь, слышишь? Чат, есть кто-то слишком громкий тут? А я снова напиваюсь! Снова говорю, пока мы не совместимы! У меня пустой карман! Хорош, блядь! Хорошо, блядь, хорошо. Я все вижу по глазам. Это что за девочка, Пэт? Мне не нравится. Понимаю, это... Давай. Она такая худенькая, красивенькая, будем такая, прям ля-ля-ля-ля-ля Багира, я бы тебе сказал. С бородой, блядь. Где Наталья? Все вижу по глазам. Какая Наталья? А с кем я буду в команде, блядь, слышишь? А вот смотрите, мы сейчас все решим. Мы поделим на рандомно, наверное.
На рандомно. Давайте на рандомно, когда 5000 влетаешь, на рандомно не хочется, блядь. Давайте на рандомно, потому что, типа, так будет честнее, да. Короче, смотрите, еще один момент. Где моя камера? Зеленые есть люди, которые умнее меня. Где твоя камера? Не знаю, ты включила. А, чё, блядь. Короче, смотрите, еще один момент. Мы как считаем? Мы считаем, как в прошлый раз мы считали, да? То есть все. То есть мы убавляем то, что потратил, и прибавляем то, что заработал, да? Ну да, да. Да, да, да. Все, супер. А я! А ты, блядь, что? Нашел другую! О, ладно, не выдай. Блядь, это что-то у тебя какой-то тоже почти шансон лирический, слышишь? Нет, сейчас, сейчас я тебя найду. Порш Панамера! Шо, шо? Я жду твой трек. Я сейчас... Ой, вы шо, добрый день, у меня смотри, брать будет, да, скоро. Шансон. Я не услышал, Гвин, потому что тут злой. Шансон 2020 такой есть. Скоро будет новый шансон, дядя. Это соло? Короче, нарезчики, которые будут вырезать этот стрим, блять, мой телеграм нахуй в ссылку, сука, вставить. Мой инстаграм в ссылку, сука, вставить. Ссылку, сука, а те, кто смотрит, сука, перейти и... Да, и, кстати, ребят, тоже можете там где-то в комменты закинуть. Я хочу тоже медиа-трафик перейти сосать. Перейти и подписаться, блять. Те, кто смотрит, я хочу сосать медиа-трафик. Те, кто смотрит реакцию, блять, которая наберет нахуй, наверное, 1100, блять. Но знаете, лучше смотреть прямой эфир, чем реакцию. Это да, согласен. Так, так что еще и Twitch мой тоже в ссылку вставил. Это не то. Потрахал малыху, а твой друг подобрал, блядь. Это тоже самое. Так а что, это норм? Ну, в принципе, да. Злой. Проверил. Злой, злой, я тебе тут кое-что предлагал недавно. Что? Блядь, где Наташа? Озвучить можно, да? Нет, озвучить нельзя, но это можно сделать. Не-не-не. Нет столь большой кружки чая или столь данной книги, которые были достаточно для меня. Так, окей, что Рома, расскажи мне правила. Я дебил. Я звоню кому-то выше, кто Владимира Путина. Расскажи правила мне. По секунду. Владимира Путина. Ебать, смотри, что прочитал. Настоящая близость обычно начинается издалека. Дядя, а шо, это что, слышишь? Шафутинский 2010. А настоящая близость начинается после первого бокала. Все нормально. Носил с собой ствол, носил патрон в столе. Теперь никому, ну штуки на столе. Ребята, внимание. Два континента и три страны соединились в этом чае. Алло. Сань. Блять, это как Кент, короче, все, короче, какой-то кентярик, ну, который, ну, немного, блять, по этой теме угорает, короче. У него чайные пакетики висели у входа дома, чтоб просто потому, что на них красота написана. Он такой, ну ты прочитай, что написано, реально, тут дело, блядь, нормально говорю, блядь. Так, нам три человека не хватает, и все заебись будет. Я могу за троих. Да, конечно, блять, ты столько вчера сожрал, блядь. Мы до пяти, мы до пяти успеем? Заебись. Да, да, мы успеем. Тяжело было? Не, хорошо вообще. Я канат вверх вниз, в них в том ящик, ебать, я так разъебал. Ты точно не про хуи говоришь, бля, сейчас. Блять, я так разъебал, я заряжен. Вот камик меня зарядил. Четыре. Бля, да так разъебал, блять. Злой, я нашел маску, на которой я пиздец на тебя похож, дядь. Смотри, ебать. Глакамоле будет? Да, глакамоле будет. Смотри, бля, злой нахуй. Я один на тебя, блядь, злой. Ебать, смотри, брат. Ебать, нахуй, у тебя игры. Нихуя ты ауф, блядь. Когда последний раз менял футболку, пиздец, три стрима в ней. Да, блядь, я забыл, короче, ладно, сейчас пойду, реально поменяю. Когда последний раз занимался, Ром, давай от пола 10 раз сейчас же. Давай, блядь, за пацану. Ром, от пола десятку. Ваня, что тебя повело, блядь, Шансоныч, блядь. Смотри, мне всегда нравился смотри, шансон. Да? Ты оценил наш трек с Мазеловым? Охуенный! Ну, блядь, ну, вот без пизды Мазелов там не нужен был. Ну, тебе без обид. Это без обид, блядь. Как ты ебашил, дядя, это просто... Genius, man. Ну, без Мазелова не получилось. А куда он ушел? Алло, привет. Я все равно Мазелова буду даже на новый трек, блядь. Я стучусь, Ром. Какой Рома, блядь? А меня слышно? А Рома тут нет? Да, привет. А меня слышно? Привет. Ром. Да, тебя слышно, брат. Я походу тоже я тебя слышу. Слышь, дядь. Я хочу с Наташей в одной команде, чтоб слить ей. А ты неплох. Блять, я хочу караоке. Блять, вчера, сука, тендерли так попел, я так зарядился, мне теперь хочется петь, блять. Да, блядь, за 10 раз от пола. У нас, прикиньте, сидим, короче, в Дискорде, 5 человек, унылые говноеды. Заходит тендер, включает вебку, орёт, все включаем вебку, короче, все включают вебку, она начинает петь, мы просто сидим в ахуенезе, блядь, я не знаю. Да, настолько, блядь, энергичная, это пиздец. Да, и она когда тебе звонит, и ты отвечаешь не по фейстайму, она сбрасывает. Не, мы просто охуели. Она нам пела, сколько, часа 3, наверное, да? Нет, больше, часа 4-5. Это пиздец просто.
хоть бы мне кто-то так попел. Не, она так красиво поет, это вообще пиздец. Вот сейчас поет, я тебя. У тебя микрофон улетел, злой. Да, поменяю. Куда улетел? Ну, вверх куда-то. В смысле? Эй, йоу, ты знаешь все обо всех? Ты думаешь, что я сдулся, думал, попсел? Кто тебе поведал про Граймик Дабстепа? Кто, если не я? Кто ты? Я слишком громкий? Здорово. Да, был громкий. А сейчас? Привет, Аня. Сейчас нормально. Привет, Аня! Привет. Аня, ты выспалась? Привет. Я все вижу по глазам. А я выспался, пиздец. Серьезно? Да, я максимально выспался. Я тоже выспался. Я сегодня первый раз за 3 месяца позавтракал. Охуеть! Просто, бля, я охуел. Чё кушал? Я кушал, рис в... О, рис, нихуя себе, злой. Злой. Злой, про рис! Рис! Стакане лёд! И всем все лёд! Стакане лёд! Я не помню, кто. Да, что злой? Ром, а может виски? Мороз! Что, может? Я такой холодный! Я такой холодный! Смотри, я говорю, Ром! Да. А может виски? Слышишь? Гвин. А спой Иксо припев шансоном. Да, давайте. Ребят, полон Иксо. Давайте, банзапе нахуй. Что такое Иксо, блядь? Я тебе скину вот ВК, смотри, ВК, вот это спой. Давай. Смотри, шансончиком вот это. Ебать, это же идеальный слава. Сейчас там. Дан-тан, та-да-та-да-тан. Ее бокан полон иксо. Она скрывает свое лицо. Хотя, блядь, мне нужен минус. Сейчас. О, все, все. Ее бокал полон иксо. Ее бокал полон иксо. Да не, злой. Ты последний раз когда шансон слышал? Свое лицо. Здорово! Приятного. Здорово! Я скрываю свое очко! Мне кажется, всегда, вот Гуакамоле, он всегда здоровится. Здорово! Здорово, бандиты, бля! Big Fact! Здорово! Марк Вербайн! Здорово, бандиты! Егор Крид! Марк Вербайн! Егор Крид! Егор Крид! Почему у него жопа болит? Я Егор Шип на сегодняшний день. Слышишь, Марк? Да, брат. А тебе Аня делала массаж простаты? Нет, мне только врач все делал. Бля, короче, мне геморрой удаляли вакуумным способом. И тебе настолько понравилось, что ты просто еще выебали, да? Слушайте, как мы делимся, как мы делимся? Это было приятно? Да похуй, Ром, дай расскажу. Да подожди, давай расскажешь. Дай мне гукамоле, пожалуйста, в команду. Мы нормально сработались тогда. А меня кто в команду? Ты с корешем играл? А меня кто в команду возьмет? Не-не-не, мы давно играли. Я могу просто так взять. Гукамоле пойдем? Да мне похуй вообще, на сегодняшний день мне похуй. Отзеркаль меня, Рома. Все, договорились. Ее бокал полон иксу. Ребята, она Рома скрывает свою. Рома, в чем я душу Марка Кисик? Что попросил? Это твой вайп. Рома только с меня 5000 взял рублей. Да. И на них и играть. Не, мы со всех скидываемся. По 5000. Нет, ты что, долбоеб? Мы только Марка, бля, хотели наебать. Не бокал. Играем сегодня на 5 косарей Марка. Да. О, Марк, спасибо, братан. Чего ты поешь, Вадя? Чего ты поешь? Ее бокал. Братан, читай. Полон иксо. Коколё. Она скрывает свою. А, ты купил этот? У него уже синдром головного Крида, блядь. Ебать по кщам, прав. Идите нахуй, я все мерчи покупаю, я всех поддерживаю. Только Наташа. Блядь! А ты знаешь, какой... Смотри, знаешь, какой я мерч купил? Сейчас тебе покажу. Мы с тобой не были знакомы еще, Наташа. Да. Наташа, я твой мерч купил, единственный, кто из стримеров... Хотите? Нет, хотите, я скажу новый мерч Наташи? Скажите, я расскажу новый мерч Наташи. Давай. Который будет. Нет, это секрет. Бля, Наташа, ты реально не рофл? Думаю, это хуйня, ты рофл, блядь. Ты чё охуел? Это вообще там такая хуйня, пиздец. Чат, хотите, покажу вам его, блядь? Да, покажи. Нет, да пожалуйста, я не буду, это секрет. Ребят, вы заметили, что в конфе даже никто ничего не ответил? Пиздец. Я думал, это рофл какой-то, блядь, ночной бухой. Это так гениально. Уебать, Генсука лисички сделала, нихуя. Ну вот такие, блядь, вот это пиздец, вынечка. Красиво, ну не то, что вкусно, но по вкусу вкусно. Это про что, про сперму Марка? Красава! Сука, почему? Красава, Рома! Почему меня все унижают тут, блядь? Бэм! Разъебал! Пизда, почему? Я зеркалить, Ром. Почему меня все унижают? Ты рофлишь сейчас? Нет, я зеркалю, я смотрю в стену, блядь. Ты смотри нахуй.
Вот это уебище говорило, мне похуй, куда я смотрю. Не, я ж в стену смотрю так некрасиво, да, ты нахуй уебище, Марк. Ты ёса, блядь. Да, а ты уебище, ты, блядь, что ты попросишь меня от себя? У меня отсекает, под, меня под окном, там, ой, этот. Я на тебя наступил больше домом, по домам лежит, я не успел забрать, смотри. Злой, ты знал то, что ты сам мог себя зазеркалить в этой приложивке? В смысле лежит, блядь? Я гость, пускай меня... Не, я не забрал еще на почту. Она не зеркаливает, она только для тебя. Так, ребята, все, все, ебало, закрыли два вопроса. Настя, бля, ебать она имбовая, я ее видел. Хорошо, ребят, спасибо. Все, я могу сказать. А ты откуда заказал? Да, можешь, это ж твой стрим, брат. Да нет, сейчас, погоди, это стрим Марка, походу, блядь. Да похуй. Да похуй на тебя, пошел нахуй со стрима. А может нахуй нам эти контейнеры, нормально? А может нахуй Макрискова, блядь? Да, согласен, нахуй его. Можем посидеть, попиздеть, реально. Я пойду в магазинчик, метусь, блядь, за Мэклкой, блядь, посидим. У меня чай есть. Там разложим, блядь, слушай. Как у вас дела, ребят? Да в целом нормально, блядь. Вот кореш вчера не заебал орать. Так, ребят, ребят, как вам выборы в США тогда? Мне интересно, мы играть будем или дрочить друг друга? Сейчас Трамп, кстати. Уебище, вот когда завалишь ебало, мы начнем играть. Короче, смотрите, мы делимся на команды сейчас. Два человека в одной команде, четыре команды. Я с Марком. Как мы делимся? Я с Марком. Я предлагаю поделить вас на рандом. Я, может, я с Марком, блядь. На рандом делю, все согласны? Давай на рандом, давай, давай, давай. Бля, а можно так рандом, чтобы я не был с корешем? Пиздец, вот эти девки... Это буллинг, блядь. Любое шоу, эти девки, я с Марком, когда ебаться, блядь, кто с Марком? Никто, блядь. Я. 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 Так, хорошо, я генерирую. Так, у меня Джойн первый, Злой второй, третий, кореш четвертый, забыл, пятый, Вишенка, шестой, Марк, первым. Так, у нас шестой, это Марк Гуакамоле. Ой, ебать, девочки поджали булочки. Марк Гуакамоле у нас в команде с... Так, так я с Наташей в команде. Джойн таймом. Чат, вот смотрите, чтобы без пиздежа, блин. Нихуя, а ты на рандом делаешь? Да. Да. Ты охуел? Так, Марк Гуакамоле у нас в команде с... Марком Гуакамоле. Поздравляю, Марк. Мне похуй, я с Наташей в команде. С пятым. С пятым. Марк у нас идет с Вишенкой. Ура, минус бабки. Так, даль. Минус 10 тысяч. Марк, тебе инсту кидать? Да куда лучше, телега или инста, похуй. Где он отвечает быстрее? Так. Третий у нас кореш. Будет с... Блять, пожалуйста. Со злым. Со злым. А если я тебе скрин скину, ты его найдешь сам? Да, да, да. Нормально. Нормально, нормально. А он всем отвечает или скажет тебя? Да, да, я. В целом хороший ролл. Да, вы это говорите, пока с Наташей сейчас не выпали. Так, с Наташей я, никто не выпадет. Так, Гвин... Ой, не, Джойн у нас с игроком под номером 3, это Гвин Глейд. Вот, смотри, смотри. Джойн, блядь. Ебать, проткнул. Джойн, я и главный, блядь, Джойн, сразу говорю. Ну мы подумаем. А, стоп. Джойн, блядь, я тебе нахуй. Подожди, можно было вот так, Марк, нищий, нищий, Марк. Поделиться профилем, есть кнопка, брат. Брат, вот, смотри, сейчас могу. Сань, знаю, как... Марк, смотри, вот так могу. А, это магазин, блядь! Так что мы победим, Сань. Что знаю, как? Рекламы нету. Бля, он такой охуенный тип, это пиздец. Хорошо, Вадим. Нет, я слышал, сколько у тебя денег лежит сейчас на счетах, блядь. Рома, куда тебе деньги скинуть? Не, вы скиньте деньги победителю потом. Ну он прям такой, прям понял, сука, он в жизни такой... Что? Может, ты такой, блядь? Бля, давайте, если он такой вайповый очень. Давайте, если, короче, Вадя победит, он всем по 50 сам отдаст. Блять, это ебучий попрошайка со вчерашнего дня нахуй просит, блять. Вам чё, нахуй, зарплату не платят 89-м-то вашим? У вас зарплата во фриках! Пиздец, блядь! Его дуть, блядь! Вадя нам по 10% всегда отчисляют. Знаете, знаете, как у нас работает зарплата? Короче, я напиваюсь, и кто в этот момент стримит, тому везет, короче. Чаще всего везет вишни. Да, я вишни захожу, тысяч по 50 закидываю просто. Вадя, дай бухнем с тобой, брата. Вадя, я не понял, а что, рели из зарплаты, блядь? Да нет, чел, блядь. Злой, для тебя нет, для тебя нет, блядь. Для тебя нет, да? Как-то грустно было. Не, ну у нас я тоже зарплату получаю. Кстати, да, блядь. Но только ты. Но он, знаешь, он не зарплату получает, он это, премию раздает. Он дань получает. Я наоборот, не идеально. Мне кажется, это идеально, блядь. Получается зарплата.
Вин. Вообще шоу создали, чтобы 89-й на бабки наебать. Мы потом смотри, друг другу отдали. Я скинул ребятам все, блядь, эти. Марк. Да. Я хотел, короче, вот это. Прям, блядь, куда я тебе кинул? В инсту кидай. Блядь, ебаная хуета. Вадим 2 минуты назад научился профилем в инсте делиться, просто информирую. Да тут нет в инсте, блядь, мне предлагает ВК, который мне ебать не работает. Баксов есть ебать. Так а нахуй мы тут сидим? Короче, иди в пизду, я тебе скриншот скину. Макришка, а можно тупо деньги забрать? Конечно. Мы забираем наш банк. Да. Вот, смотри, я вот этот цвет хотел, но его нет, короче. Ну, бля, вот я по темным, я по темным тонам больше угораю, да. Ну, вот он пизже, я говорю. Вот Аня любит этот хаки цвет. А я люблю просто. Ты Трэвиса показываешь? Да. Да, ну я типа хотел серую, короче. А покажи мне Трэвисы. Вот Ани и хаки бы, кто-то первый человек понравился. А я трусы новые купил недавно. А у меня есть Трэвисы и педали. А что ты, блядь? Нет, покажи ручки. Всем так похуй на злого. А с кем я в команде, блядь? С корешем. Со мной. Блядь! Вот, смотри, Марк. Да мы выиграем, не пизди. Нет, дядя, злой, удачи. Мы слишком сильные, можно мне с кем-то тупым, с Эвелоном, допустим? Вот это я еще взял. Смотри. Кореш разумеет. Как тебе? А сколько она типа? Глянь, ну она типа вообще пиздатая, как по мне. Ром, мы начинаем. Да, мы начинаем вообще, блядь! Макрюсик, а ты знал, что можно просто копировать? А, нет, нельзя, потому что когда ты один копируешь, то меняется другой. Бля, это Джордан? А, все, ладно, блядь. Охуенно, да. Нет, это коллаба, коллаба. Вадим, а кинь мне, блядь, почему ты только ему скидываешь? У себя угнетенным. Бля, ну выглядит хайпово. Ну? Это в магазине у него? Да. Фу, сейчас посмотрю. Кто за меня болеет, чат? Почему их они так, думают, их что так мало, такой? Пиздец. Там пару дней сделайте и ничего нет, прикинь. Какая команда победит? Потому что я тупой. А он... Это так сгребают, сука. А нет, он типа дропает шмотки лимитированные? Да. Это просто все сгребают, нахуй. Ребят, хорошо, вы закончили. Да? Чат, мы музыку оставляем вот это на фоне или нет? Да? Сейчас я смотрю на вебку. Вон. Нет. Вон. Тема. Сань, мне дался челик ВК с фамилией Морда. Смотри, сейчас, Сэм пойдет. Смотри. Опа. Ты чё крадёшься, мышь? Перестал быть светом. Кто мышь-то, блядь? Ты кого мышью назвала, блядь? Блять, ебать, Гвин, спасибо тебе, что сказал, что тут можно запускать трансляцию этого, блядь. Гвин, спасибо тебе! А, да пожалуйста. Да, спасибо, что скинул картинки. Можете поговорить, чтобы я знал, кого громче, кого тише? Блять, Вадим, ты заебал, сука! Песня Айс с разными голосами. А я хули заебал, блядь. Айс, скажи что-нибудь. Да завалите ебало, блядь! Ладно. Вадю убавь, тише убавил, хорошо. Извини, пожалуйста. Да, я тебе сейчас сделал погромче. Айс с разными голосами. Ты только что сказал мне спасибо, а теперь кибербулишь меня, блядь. Не, я тебя не кибербулю. Да. Ань, скажи еще что-то. Чё, я тут, да. Забейся, Натар, скажи что-нибудь. Кто там наорал, блядь, покажи мне пальцем, кто там нас обижает, блядь, раз-два-три, раз-два-три. Стоп, а кто у нас тут... Я выезжаю. Кто у нас тут 10-й сладкая писечка? Это я. Это Аминочка. А, ебать, Амина, дорогая. Аминочка, привет. Привет, Амин. Привет. Тут еще стрим, Амин. Как я тебе? Я не спала, я с 11 я отменилась. Ебать. Амина, ага. С 11 до 12. Я не спала. Серьезно? А как съемка? Иди спи, Амин, иди спи. Не, а 9 часов играть БО3. Я не буду развивать, я увезу. Нельзя, кстати, так делать. Слышишь? Нельзя так делать, режим так никто не восстанавливает. Лучше поспать и поспи потом еще раз. Поспи хоть чуть-чуть, пожалуйста. Я не пойду. Я очень ответственная. Поиграем контейнер, и я тебе буду колыбельные петь с Наташей Стрельбой. Да. Ты все равно с убаюкилом, будем колыбельные тебе петь. Давайте, я жду, пока он собой. Кейлен, все, ребят, начинаем. Бля, и дедов не хотя бы поваляйся. Иди ты нахуй, блядь. Я еду. Нахуй есть. Спасибо за заботу. Ты едешь ебаться? Ну ты просто вообще убитая, пиздец. Да, а ты на съемки не ходила, да? Пизда. Нет, я отменила нахуй всю съемочную группу и проебала очень много денег. Я еду! Да ладно, деньги забей, блядь. Бля, пиздец. Я попели. Как сказал любимый исполнитель злого, блядь, деньги это бумажки, да? Я 10 дней не делал рекламу. Я 10 тысяч моргенштерн заплатил. Говорит, деньги это хуйня. Что ты хочешь сказать мне? Не, именно что, 10 дней не делал рекламу. Там столько денег ушло, это пиздец. Все, ребят, мы начинаем. Да, погнали, деньги это давай, пыль. Ром.
Но мы ей дышим. Да, давай. Да, ты нормально. Короче, смотрите правила. Свои команды... Ну, Вадим заебал нахуй. Ну, все, ладно. Чат нельзя смотреть, правда? Нет, нельзя. А тебе, ну, тебе же похуй на это. Мне похуй. Рома. Блядь, зрителям не похуй, чувак. Чё? Зрители, он не похуй на меня. Это так Джоэн оправдывает, почему он всегда смотрит чат на Монкасе, блядь, и на остальных играх, блядь. А ещё он говорит, ты бы знал, сколько я трансляций спас, там плохие слова были, блядь, типа людей стримы падали. А я реально... Я говорю, ну стоп, ну ты же знаешь, кто импостер и т.д. Ну он такой, ну я не использую эту информацию. Короче, ладно, смотрите правила. Ноль, меня всегда выгоняют первым почти, блядь. Что ты так палишься, что с ним снайпишь, блядь, дурень ёбаный, блядь. Блядь, об этом я не подумал. Дина вообще, блядь, когда узнала, что Джоэн палит чат, на час погрузилась в себя тогда во время игры, блядь, такая, типа, пыталась понять логику. Короче, вообще, смотрите, кто не знает, как играть, у вас есть команда ваша, два человека в одной команде. Ваш бюджет 15 тысяч выдуманных долларов. Также на каждую команду есть 10 тысяч рублей, которые вы проебете, если ваша команда проебет. Я открываю контейнер. Ну, зачитываю, ну, что это за контейнер, короче. И вы смотрите на вещи, оцениваете их. Потом вы расходитесь по разным комнатам, да, я к вам захожу, вы говорите свой план действий, и после него мы все собираемся и делаем аукцион на этот контейнер. В общем, ваша задача выйти в максимальный плюс, у нас 22 контейнера. Да ёб твою мать, блядь, сейчас я, короче, отойду секунду. Давай. Ром, вопрос по игре. Да. Смотри. А сколько контейнеров будет? Короче, 22. Давайте, вот он не умеет объяснять, я скажу. Надо угадать, сколько стоит контейнер. Вот и все. А, все? Ну, аукцион. Да. Не, в чем прикол? Смотрите, короче, у вас есть бабка, которую вам наградили. Вы смотрите контейнер. Он открывает, смотрите, там телевизор, блядь, фен какой-нибудь и вентилятор. Все. Ты понимаешь, что это стоит примерно нельзя. $100. Начинается аукцион, я говорю, я покупаю его за 5000. Вы такие, нихуя как дорого, а я покупаю за 6000. Он покупаете за 6000, а там хуяк и шмоток на 20000. Ну, получается, ты выиграл, все просто. Так, подожди, мы сейчас торгуемся за этот контейнер, верно? Ну, не, мы сначала посмотрим, что там внутри, понял? Да, вы смотрите внутри, расходитесь по дискорду, я захожу к каждому, вы говорите ваш план действий, надо ли вам ебать, этот контейнер. Ебать, а мы на опыте. А, и потом да. Мы собираемся все вместе и не, делаем не. Аукцион. Ром, вопрос в следующем, смотри, допустим... А не души ты, Марк, заебал души. Не, пусть подушит, пусть подушит. Не, смотри, вообще, допустим, мы отдали за контейнер $1000, но выиграли оттуда 5000, у нас из баланса 1000 списывается. Ты, да? 1000 списывается, 5000 прибавляется. То есть у нас, ну, становится баланс сколько там? 14, нет, баланс, баланс, нет, баланс, баланс у вас теперь 14 тысяч, да, но профит у вас идет 5 тысяч. А-а-а, то есть, все, я понял. Побеждает тот, у кого больше профит, понял? То есть здесь баланс и профит. Совместно, совместно, и баланс, и профит. А в конце потом это посчитается, вы сделали предысторию, блядь, и прочую движуху? А кто играл уже до этого? Я играл. Да, да, тут легко. Я очень надеюсь, что предыстория теперь есть. Не, сейчас, да, если как будет тема... Правда, можно проебаться, когда просто стоят квадратики ебаные, и сзади клоун ебаный, и это не Макриски, блядь, а ты за него платишь $1000. На таких два будет, такие два будет. Ясно, там куча денег будет. Куча денег, куча бабок. Шо, бать, ты пришел? Я потрогал. Да, да, я же здесь. Все, ну так что, давайте это... Надо определить комнату, в которую мы будем убегать. Короче, я забираю Балумбу. Балумбу? Ну да. Все, в Балумбе. Да, хорошо, хорошо. Там дерево крутое. Да. Это куст. А. Так, все, все готовы. Все, да, все видят экран вырыбая, да? Конечно, ебаный да, сыр. Да. Все, заебись. Да. Так, открывай хуету эту. Я открываю первый контейнер. Смотрите, это... А почему контейнер не похож на остальные контейнеры? Чего? Потому что это картинка PNG. Судбоксы всякие. Смотрите, это любитель-фотограф решил выставить на продажу свою студию из-за малого количества клиентов в небольшом городе. Смотрите на него все, можете сказать какие-то комментарии и расходиться по комнатам. Ну, я... Типа... Сань, не даем комментарии, чтобы не подсказать. Не даем, у меня... Сань, я уже знаю, что не даем, это не стоит. Даем. А по каким я комнатам стоит. Расходиться, всё. Блядь? Стрим 2, пошли. Пойдем, кореш, стрим 2. Погнали. Пошли в бисекса. Стрим с вебками. Короче, смотри, чат, как вы думаете, сколько стоит этот контейнер? Он стоит, чтобы вы понимали, $739. Так, я захожу к первому кому. Давайте к Авилону и Наташе. Опками может быть камера, либо за какой-то... Так, ребят, я вам только зашел, блядь, спасибо, что... Я поняла. Короче, смотри, вот, про что я тебе говорю, что я ему в тот раз объяснял, и есть шанс, что где-то здесь, за ебучими вот этими вот отражателями света, а за шанс, света может быть... Ебал, завали. Вот, и за коробками, например, что-то может быть. В коробках ничего не может быть, да?
Ром. Ну, нет, они типа, ну, это сделано как будто это в коробках. То есть у меня есть одна, она... тема. Ром, а можешь, ты можешь еще предысторию чела прочитать? Там маленький город, да? Любитель-фотограф решил выставить на продажу свою студию из-за малого количества клиентов в небольшом городе. Смотри, любитель-фотограф из-за того, что мало клиентов. То есть, скорее всего, дорогого у него ничего нет. То есть, начинаться с большой суммы, то я думаю... Ну, типа, стойки. Это все может настолько мало стоить, это пиздец, Алиэкспресса. А как оценивать, типа, вот у тебя 1500 баксов еще, и, типа... У тебя 15 тысяч долларов. 15 тысяч. Ну, типа, мы будем играть до какой-то суммы, когда мы будем понимать, что, например... Понимаешь, вот эти держатели, например, они все могут быть по 30 долларов. Ну, типа, по 20 даже долларов. Ну, вот да, эти хуйни по 20 долларов. Хорошо, ребят, вы будете за него сражаться вообще или нет? Ну, мы будем сражаться до, я не знаю, может... До... Ну, я думаю, это максимум, ну, 1000 баксов будет стоить. Нет, даже 1000, я думаю, не будет стоить. Думаю, будет стоить где-то 500. 500, ну, 600. Вот эти софтбоксы все, типа. Это, ну, мало. Можно. Это может все копейки стоить, ну, с Алиэкспресса, понимаешь? Ну, до 1000 точно, до 1000. Это может по 7 баксов стоить вот эта хуйня. Ну, короче, да. Ладно. Мы... Хорошо, ребят, ну, я пойду к другой команде. Тогда. Давай, пошел нахуй. Ну, так, здорово, ну, я у вас есть. Короче, еще... мы как сказали, мы подумали, если кореш выиграет, то я ему просто деньги не отправлю. Да. И все. Ну, короче, дядь, типа, скорее всего, так как кенты слушали наше предложение, за коробками спрятана камера, так как фотограф-любитель... А если это Mind Games, ее нету? А похуй, все равно, смотри, штативы, сзади на велберовский штатив похож, они так баксов по 75 стоят, зонтики до 30 долларов, отражающие экраны по 10, по 15 долларов. В целом, я думаю, мы до 800 будем торговаться. Дальше уже смысла нету. Да, да. То есть, как бы, если эта херня в сумме, я думаю, она в сумме будет стоить около, там, 350-400 долларов. Если плюс камера, ну, пускай 350-400, 800 выходим на минус, идем в профит и даем кон. Либо перебиваем кому-то, чтобы они закупили за 1000, тем самым убиваем их банк, и дальше профит мы будем на next контейнерах нормально лупить. Только смотри, Гвин, у тебя в команде Джон, который всегда говорил, я дальше 1000 торгую, а потом такой 5000, нахуй. Я буду торговать. Не, я знаю. Знаю, да, как это тут. Когда я Саня, понимаю. когда деньги, надо доверять Сане, слышишь? Хорошо. Так, ладно, я иду к другой команде. Здорово, девочки. Здорово, Ромочка. Че, Марк, тебе нужен этот контейнер? Смотри, Ром, мы страту придумали. Подскажи нам, сколько он стоит, мы выиграем шоу и бабки пополам поделим. Он стоит 5000 долларов. Реально? Да. Марк, смотри, у нас есть теория. У нас есть теория. То, что объектив, он может быть дорогой, но это китовый объектив. Да не, мне кажется, это не китовый. Ну ладно, я просто Марку пока доверяю, но мне кажется, что в коробках, если будут фотоаппараты, это будет пиздец. А так, то самое дорогое, это объектив и вспышка. Смотри, Ром, а технически со стороны шоу могут быть фотоаппараты же в коробках? Конечно, правильно? Могут. Ну, это как будто они в коробках, но они могут быть за коробкой, а коробки могут быть еще и пустыми. Угу. Так, все, то есть я понял. Бля, ну смотри, так, а ты вообще нахуй к нам зашел вопрос? Ну, я же буду к каждому заходить, чтобы послушать, как вы обсуждаете ваш план действий. Все, я понял. Смотри, всё. Короче, стойки, они же дешевые, там максимум самая дорогая стойка 1010 стоит рублей. Чем тебе так скажут? Их 3, не, хорошо, я не жду ответа, я просто размышляю. А мы можем сюда заходить уже? Зайдите, пожалуйста, в комнату, где мы всегда собираемся, я уже быстро у Марка еще к злому зайду. Так, ну-ну. Вот. Софтбоксы вообще копейки стоят. Ну, это обычные софтбоксы, они недорогие. Вот меня смущает то, что это за плита такая белая, типа 4 софтбокса, и какая-то белая хуйня. Это тоже отражающая хуйня. Так, хорошо, ребята, смотрите, вы будете играть на этот контейнер? Сколько вы максимум дадите за него? Максимум. Ну, бля, мы же потом можем торговаться, мы даем 300. Конечно. 300 хотите дать, ну хорошо. Так. Так, выйдите, пожалуйста, от слова из кореша, я с ним еще не поговорил. Бля, какой же ты уебан, бля. Бля, как же ты меня заебал, нахуй, сука. Уебище с месячными, нахуй, ходит. Алло. Ну, давай, слышишь? Артур. Короче, что, мы хотим брать. Мы хотим брать этот контейнер. Сколько дадите здесь... максимум за него? 3000. 3000. Здесь в коробках может быть камера. Ну, объективно, типа. Ну, может быть, объективка. А если не будет? Объективы уже. Тогда мы проебали. Оно нормально может стоить. Типа, я почему-то в это дерьмо верю. Но вы историю помните, да? Что, какую историю? Ну, которую я вам зачитывал вначале. А ну еще раз, можешь сказать? Любитель-фотограф решил выставить на продажу свою студию из-за малого количества клиентов в небольшом городе. Любитель. Мне кажется, откат, слышишь, злой? Ладно, ребят, я примерно понял ваш план. Нихуя это не любитель, у него слишком дохуя всего для съемки. Плюс, хорошо. Фотограф, камеры не видно, она есть. Типа мы отдаем это дерьмо, мы забираем это. Хорошо. Давайте собираться в комнате какой-то. Так, я смываю всех сюда.
Да, давай. Понимаешь, то есть, типа, когда... У него же... Там же не показывается, что мы с тобой, да, там делаем, как мы там, ну, там, писюнами болтаем, там, объясняем всю эту историю. Типа, у него это все лаконично, динамично происходит. А для нас сидеть и ждать, ну да, это бобо. Мы уже все... Бля, извините, я постараюсь побыстрее. Здорово. По сути, я не вижу смысла давать там, типа, минуту. Пусть люди говорят, что они будут делать, и все, и переходим в общую. Все. Да. Ну, я, ну, да, каждый, я старался, там просто люди начинают анализировать, все. Рассказывать по всем, типа. Не, так пускай, типа, доанализируют, а потом просто они договорились и собираемся в этой комнате, окей? Да. То есть вы высказались, собрались, все. Чтобы быстрее было побегал. Это все, а то да, это да, да. История затянется очень сильно. Там 20 контейнеров ведь. Да, хорошо, все. Давай. Все, ребят, мы будем начинать, собственно говоря, наш аукцион. Стартовая цена $100, шаг также $100. Макрюски, ты помнишь, как надо быстро и хуярить? Да, все, $100. Кто дает $100? 200. $200 раз. $300. $500 раз. $600 раз. Анечка. Тысяча. $1000 раз. $1000 два. Да не, блядь. $1000 три. Продано мужчине с синими волосами. Пизда. Какому из, блядь? Тут две мужчины, блядь. Ой, два мужчины. Так, хорошо, Артур. Стой, не говори. Смотри, насколько я знаю, Артур хорошо знает вот эту всю ебучую технику, связанную с фотоаппаратами, видеосъемкой. Мне кажется, он что-то понял и еще будет. Нет, есть там камеры, нет. Это все, не, это Марк... все стоит по 7, 10 или $15. Марк, о чем я тут говорить, если я говорю Артуру любитель фотографа, он говорит, нет, ты пиздишь, он не любитель. Там, если есть камера, то она стоит максимум $300. Здесь $200. Это только писал, что любитель. Все, Артур, с чего начать, Артур? С коробок. Так. Пизда! Что? А чё произошло? Коробки пустые? Да, в смысле, коробки пустые. Объектив. Плюс 20. 240 это что такое? Объектив. Ну и клацай все нахуй подряд, блять, похуй. Так, хорошо. Бля, у нас 2 FPS. Да, демка 2 FPS. Так лагает, да. Блять, я думал в коробке. О, камера! Камера есть сюда, блять, девочки, блять! Две камеры! Ебать, мамин фотоаппарат, нахуй! 80 максимум! Блядь! 80 и 60! Ебать! Сюда! Да? Еще раз, халява! Так, итак, ребят, стоимость этого контейнера $739. Как я сказал? Лучший, блядь, Сань. Мы косарь отдали? Да, вы отдали косарь. Косарь, сейчас, секунду. Да похуй, не такой большой минус. Ну, профит, типа, минус 300, да? Мы тоже предполагали, что он 700. Ну, в итоге я сошлись на... Бля, что за камеры по $60? Ты еблан, блядь, утихнешь, что ли, нахуй? Ты видишь, какой объектив, нахуй? Подровняй, это... Вебки цены не видно, бля, ребят. Я не знаю, как еще уменьшить вебки, чтобы цены... Да, нормально. Да что там видно, блядь? Да ты просто можешь контейнер немножко уменьшить, чуть-чуть совсем. Ну, это вылезет за палец, бля. Ладно, хорошо, Артур, поздравляю с покупкой, давайте идем. Ты все равно же озвучиваешь, правильно, цены? Да, да. А как у него, минус 300 получается профит или как, нет? Да, да, да. Но они потратили 1000, у них, и мы прибавили им 739, да? Угу. Все, супер. Так, кто хорошо. Кто с Артуром в команде? Что? Кто с Артуром в команде? Кореш. Хорошо, ребят, давай. Слева цены видно, а справа похуже. Ну, ничего страшного, ребят, я вам буду читать. Извините. Так, хорошо, давайте следующий контейнер. Контейнер стримера, который так и не дождался свою большую доставку из Америки для качественных стримов. Доставка. О, а там это Razer, ебать. Нам по комнатам? Да, давайте, я по-быстрому попробую походить, по-моему. Чат, сколько, как думаете, сколько стоит этот такой сетап, ебать? Так, план действий, давайте, что вы думаете? Это полный пиздец. Ну, я сейчас буду просто примерно все считать. Я не знаю, я не могу сейчас сумму сказать, но я примерно понимаю, что и сколько стоит. Ну, нужен вам это. Ром, нужен. Ром. Скажи, пожалуйста, нет, не факт, что мы за него будем бороться, потому что есть шанс, что за него заплатят большой оверпрайс. Ну смотри, я думаю, несколько команд сейчас прикинет точную сумму, а такие, как Артур Нерчук, они типа такие будут $10,000, бля, ставлю все, бля. Хорошо, ну вы подумайте тогда, я пойду дальше. Да, хорошо. Короче,
Так, я думаю, тут... Что, играете, ребят, на контейнере? Конечно, играем, на контейнере, ебать, ты чё, дядя? Тут типа, раскладываю дальше, значит, хаперский микрофон, блядь, сколько там он стоит? А нахуя ему два микрофона, кстати, блядь, интересно? Он долбоёб, блядь. Согласен. А нахуя ему два монитора, если не системного блядь, блядь, у меня есть еще дома 4 микрофона, потому что... А может быть, системный бокс стоять где-то? Ну, короче, я думаю, тут $3000 нехуй петь, потому что, скорее всего, игровой ноутбук какой-нибудь там Acer хуй пойми будет. Потом камера какой-нибудь Canon ебучий тоже там она долларов будет 700-800 стоить. Я думаю, до 3 спокойно можно играть, если что-нибудь. А картинку у вас нормально видно, да? Да, а потом да. Подумаем. То есть все потом мелочи можно заметить. Короче, да, хорошо. До 3 мы будем играть. И тут хорошо. Увеличивать можно, если что. Да. Хорошо, спасибо. Полетели. Так, здорово. Здорово. Вижу, главный аналитик ушел, блядь, гуглить, что сколько стоит. Аня, что будет делать? Ой, блядь, это не тот. Это мой best friend. Марк, что думаете? Брат, ну, сейчас все услышишь. Да, типа... А, они ушли. Минимум 1500 мы даем, минимум. Сколько начальный у него будет? Ну, не знаю, не знаю. Но мы минимум 1500. Смотри, Ром, никому только не говори. Мы нашли такой объект за левыми коробками, какая-то хуйня черная сзади торчит. Мне кажется, там что-то дорогое, блядь. Да, может, какой-нибудь кресло. А кто-то заметил это? Нет, никто при мне не подметил точно. Все занимаются подсчетами. Хорошо, я иду. Там что-то, да, дорогое. Так, алло, злой, как... Ну, пока что не очень идет, тебе не кажется? Ну, чуть-чуть проебали. 10 дам, думаю. 10, когда у тебя 14 тысяч. А за что ты дашь? А за что ты дашь сколько? Я уверен, что за коробками комп стоит. Комп? Да, на все 100. Да нет, типа, я думаю, до 4 тысяч. А ты, тебе не кажется, что у него ноутбук, и он просто использует второй моник для ноутбука? Нет. Не кажется? Нет, не хорошо, кажется. Хорошо, я вас услышал, ребята. Ну, нужно понимать. А, так, вы что-то надумали? Надумали что-то? Нет, мы просто все считаем. Да, мы все считаем пока еще. Еще рано. Немножко. Хорошо. Так. Там кикнут тоже. Там ребята, ебать, думают. Ой, очень Серёга, долго. У нас сегодня у нас шоу. Да, я Серёга. Тоже зашел, я помогаю им. Серёга, сколько стоит эта залупа, слышишь? Вам не... Литра водки в доле. А, блядь. Короче, Макрейский, их, смотри. Хуёвый помощник. Ромчик слазит, ебало завалил. Аукцион начался, никто не пришел. Давай мы покупаем контейнер, блядь, Макрейский. Там все думают просто. А похуй, аукцион не ждет, пока они додумают, да, блядь. Да, давай начинай. Да, давай начинай, не успеет. Мы так быстро посчитали. Запускаем. Так, все, ребят, мы собираемся в комнате. Ребят, мы собираемся в комнате. Да, да. Но это не ребят, там какая-то. Ребят, мы собираемся в комнате. Уебал, лох. Ну спасибо, хоть не рот. Да я Джунтаймо. А. Ну спасибо, хоть не рот. Я тебя-то на Александр забыл. Так, ну что, ребят, я надеюсь, вы все готовы, ебать? Да. Стартовая цена этого контейнера $600, шаг 100. Согласен. 700! Серёж, не мешай, пожалуйста. $700 дает Марк. $700 раз. Тысяча. Давайте $2000. $2000 раз. 200 раз. Джоин, блядь. 2500. 2700. $2900 раз. Ебать, $2900 раз. 3000 раз. 300 раз. 3300. 3300 раз. Ты сам себя перебиваешь. 3302. 3400. 3400 раз. 3800. Ань, ну скажи, что... 3800 раз. 3802. Там может быть. 3800. 3900. 3900 раз! 4000. 4000 раз. 400. 400 раз. Ой, пускай забирает. 402. 400. 4300. 4300 раз. Окей, пускай забирает. 4302. 4303. Продано! Продано, найдите нахуй! Не, блядь, дядь, я не знаю, как ты здесь 4300. У меня вопрос к Гвину. Гвин, ты байтил? Да, да, конечно, он байтил. На 3 секунде говорил в конце, мы с ним так договаривались до этого, когда играли. Типа, блядь, это чувствуешь. На последней секунде говоришь, так. И типа. Со злым играть, это пиздец. Сам себя перебил, блядь. Да-да-да. 400, 4300. Так, Артур, на данный момент ваши деньги составляют 9700. Короче, 4300. Мое предположение, что это минус $1000. Хорошо, а на самом деле, как это будет... Артур, ты хочешь чего-то начать? Вот, мне кажется, кореш у тебя вообще ничего не решает. Злой, давай с камерой. Или вы так обсудили, так играть долго? Я говорю, короче, я захожу к злому... Давай с камерой, ну да. Я захожу к злому, я говорю, сколько даете? Он такой, я думаю, там комп стоит. Я говорю, ну там же ноут стоит, и монитор, видимо, подключен к нему. Он такой, нет, там комп стоит. Так что, злой, с чего начинаем? Давай. Там, может быть, начинаем уже. Давай, хорошо, начинаем. Объектив, $40. Микрофон на полу.
штативу. 280. Микрофон на полу еще вы один. Вы что, охуели? 150. Как микрофон-то может 208 стоить? Объектив. Объектив. 140. Камера. 190. А, блядь. Бать дешевая камера, на самом деле. Ну, не. Наушники. Не, давай, злой. Интересно, это Dextracer хотя бы стол? Мониторы 2 по 200. Ой, бля. Но вот 740. Пизда. Я же говорил максимум 1000. Лампа 70 долларов. Но это не DXRacer, да? И это не DXRacer. 100-350 долларов. А, DXRacer. Дороже как? Сань, мы проебали. 2540. Нет, Сань, так я... Бля, мы так и дали. Мы так и дали. Саня, это просто байт, мы поняли. Я их просто устраняю. У него закончатся деньги, он не сможет участвовать в аукционе. Все, ты понимаешь, блядь? А кто будет с нами вот так вот топить? Дядька, у нас 20 контейнеров еще, дядь. Мы сейчас по очереди будем так ощелкивать. Так, стоп. Джойн, ты же играл с нами тот раз? Да. Так мы же по уму все делали. Ну да. Типа, ну, Надя, сейчас... ты не за меня играешь, давай там все умничай дальше, блядь. У нас просто Артур, поздравляю с покупкой, Ивар. Мне кажется, кореш в тильте. Минус 5, аху, я за неделю столько зарабатываю. Хорошо, давайте следующий. Давайте перейдем к следующему. Неплохо рубишь. К следующему контейнеру. Тематика у нас туризм. Из-за пандемии вируса из-за пандемии финансово пострадал магазин туризма. После чего некоторые вещи были выставлены на аукцион. Да, что, Гвин? Сумка, блядь, содержимое есть? Ор, чисто сумку мы оцениваем. Нет, в сумках содержимого нет. Чисто сумку оцениваем? Да. Все, понял. Чисто сумку. По съёбам. Хорошо, ребята. Надеюсь, историю все услышали. Будь здорово. Будь здорово. Будь здорово. Злой, останьтесь тут, скореж. Понял? Что, ребят, давайте с вас начнем. Это копейки ебаные. Вы уже выкупили два контейнера, к сожалению, в плюс вы... ну, чуть-чуть не вышли. Даша, я сейчас стримлю. Похуй на эти деньги, пыль. Не, это копейки ебаные. Копейки? 1000 баксов, да. Максимум. А это что, это два холодильника, да? Вот это что такое стоит, сумки, бля, холодильник. 1000 баксов максимум. 1000 баксов, да у тебя не, больше мне нету, кажется, блядь. Тут 500, блядь. Че, хуя, кстати, то есть вы не будете сейчас, стоит. Вы будете агрессивную игру больше не будете вести, я да? Буду агрессивную а игру. А ты не хочешь дать корешу поторговаться, злой? Дам корешу все. Да мы все въебем, блядь. Ну сколько мы будем ставить? Ребят, у вас ситуация сейчас не или косарь максимум. Не, сумки сколько? По 30 баксов они стоили в прошлый раз. Фонарь, блядь. Вот этот гриль ебучий. Что это за гриль, нахуй? Сколько может стоить? 80? 100 долларов? Так, хорошо, ребят. Сидите пока. Я пойду к другим. Грильница, но... Что нет. Вы думаете? Ром, за рюкзаками может что-то быть? За рюкзаками вполне может. В рюкзаках нет. Это мы оценим стоимость самого рюкзака. Короче, смотри. Нет. Тут грильница, блядь, с трубой ёбнутый какой-то от Жигуля, блядь. Но мне кажется, она минимум 1060-70 стоит. И вот эти вот все контейнеры, они очень, ну, типа, богато-дорого выглядят. Это термо какие-то контейнеры, блядь, ёбнутые. Вот эта сумка слева. А, это сумка хуйня с посудой. Да. Короче, ну, я не знаю, мы поторгуемся. Что вы думаете, да. Кстати, сейчас челленджем новый, спрашивать про у команд, что они думают про команду злого. Что вы думаете про нее? Но мне кажется, да, кореша жалко, злой вообще ебаный дурак. Ну, злой сейчас сказал, что он даст корешу поторговаться. Хорошо, ребят, я пойду дальше. Да. Так, да, ребят, я врываюсь с главного вопроса, блядь, сегодняшнего дня. Что вы думаете про команду злого? Сочувствуем. Я поставил свечку за них, как говорится. Да, я даже свечку не ставил, блядь, сочувствую, блядь. Хорошо, вот. Что вы короче, мне слева нужен вопрос, слева вот эта сранжевая ручка, это что такое? Инструменты? Набор какой-то. Просто я не могу понять. Ну да, набор инструментов, слышишь, Сань? А мне кажется, может, для рожи какая-то залупа. Ну, короче, типа, вот эта херня похожа либо на коптильню какую-то, либо там на дрын какой-нибудь этот для дров, понял? Вот, она стоит, ну пускай долларов 645 стоит эта хуйня. Мы, короче, вот, да, думаем, что самое дорогое тут коптильня. Да, это коптильня ебучая. Справа я точно такой же ящик покупал, только поменьше. Если это не холодильник, а просто ящик, я покупал его за 1000 рублей. Mm-hmm. Как бы, поэтому два фонарика за лупа. Ну, короче, до 1000 долларов будем, до 1100 идти, потом... А дальше остановим. Хорошо. А дальше, ну, 1300 край, все, хорошо, давай, хорошо. Не будем задерживать. Никто. Нет. Так, ребята, что думаете? А, стоп, главный вопрос, блядь. Что вы думаете про команду злого, а потом контейнеру? Не, нам похуй на команду злого. В принципе, это прикольно. Я думаю, он этот лот купит 1000 за 1500. Мы, типа, за этот лот бороться не будем, потому что я не вижу никакого смысла. Типа, ну, рюкзаки дешевые, скорее всего. Эта хуйня тоже дешевая. И так же самое, это все дерьмо может стоить максимально дорого. Поэтому, ну, типа, рисковать нет смысла. И, в принципе, ну, пока у злого есть деньги, я думаю... А кто для вас является главным конкурентом сейчас? Гвин. Ну, красиво Гвин, он злого забайтил, да? Да, так там было понятно. Мы когда с Гином играли до этого, мы так само договорились на 3-й секунде перебивать по 100 долларов. И типа злой забайтился. Хорошо, давайте тогда собираться в главной комнате. Пошли.
Так, ребят, мы собираемся в главную комнату. Да, да. Лишь меньше тебя, наверное, только Хесус. О, кто-то сказал Хесус, люблю Хесу. И все, что с ним связано. Так, все туда? Да. Да. Ну что, ребят, я вас послушал, блядь. Узнал, что злой не будет сейчас торговаться, что будет что кореш жирается игру. Ребят, стартовая цена этого контейнера $200, шаг также 100. $200. Кто 500. Дает? $500 раз. Кореш, говори что-то. Два. Не-не-не, все. $700 раз. $800. $800 раз. $800 два. Да пусть. Не, хай забирает. $900 раз. $900 два. $1000. $1000 раз. $1000 два, $1000... 1100. 1100 раз. Блядь! 1102. 1103 продано. Блядь! Артур, хочу сказать тебе респект, потому что я думал, что ты эту хуйню купишь за полторушку. Ну да, мы ставили, короче, на то, что ты за полторушку купишь. Блядь, кореш, извини, я сонный! Хорошо, Артур, я тебя поздравляю с приобретением твоего третьего контейнера, блядь. Ром, а можешь ему объяснить, чтобы там нельзя было счет пополнить? Да. Артур, докину еще пятерку мне, давай. Трейбай сделаю. Хорошо, Артур, а ты можешь аргументировать, почему ты именно его захотел так? Потому что мне кажется, что он хороший. Хорошо. Тогда давай начнем. С чего мы начнем? Мне кажется, что раскладушка. Из этого кейса точно выпадет. Раскладушка. Да ну нахуй! Нихуя себе, блядь! Это что, блядь? 2 по 130. Камера, которую покупал. Это дороже, чем моя кровать, блядь. $225. Ну, блядь. Красавчик, набор. Артур, просто лучше, блядь. Не подводите интуицию. Бля, Ань, я знал, что это дорого, но я сэкономил что-то. Ну, похуй, что два раза подвела, а вот нет, в стоп. Один раз не подвела. Нет, он в ноль ушел. Он немного. Нет. Ребят, стоимость этого контейнера $2000. Сосать! Плюс 900. Нихуя себе, блядь. Сосать девки. Нихуй, а мы в 500 оценили. Санёк, я говорил, да, что еще по фонарикам нихуя есть, блядь. Ну да, Сань, надо чуть, надо да на следующий раз послушайте, Сань, надо давить, Сань. Хорошо, Гвин, сколько ты думал, что он до 1000? Я 1100-1200, вот так вот. Не, просто типа был. я мне казалось, что там настолько все дешевое. Я думал, Марк заберет. Он так уверен, но потом Марк заберет. Да, бля, Марк заберет. Я сэканул, потом Артур нахуй крикнул, блядь. Рома, это с Амазона? Да, ну там с разных сайтов я все ссылки могу скинуть. Я тебе такой сетап на Алиэкспрессе за 15 тысяч соберу, блядь, слышишь, блядь. Я до сих пор не понимаю, что это за лежак, блядь. Я жду после стрима ссылку на него и куплю, блядь. Я буду на нем спать, нахуй, на кровати. Сюда, девки, блядь, учись. Артур, дай поиграть людям, хорошо, давайте дальше. Мне похуй. Ебать, реально, $500 просто. Ребят. Это пиздобольство, нахуй. Рома, подсуживай, чтобы злой не вылетел. Из-за больших долгов государства банк обанкротился. Некоторые вещи попали сюда. А это деньги? Так там просто пачка денег, ебать. Нет, 500 баксов. Ой, подожди, там же может быть что-то? Конечно. Везде может быть что-то. Подожди, в сейфах что-то может быть или за сейфами? За сейфами. А, в сейфах нет. В сейфах, мне кажется, дорогие. Там не может быть денег. Не, сейфы не очень. Если они-то бухгалтерские, они не... Так, хорошо, расходитесь. Артур, поздравляю, ну наконец-то. 5000, знаешь? Артур, да. Давай ва-банк, нахуй, слышишь? Давай Артур, ты в курсе, что у тебя 8600? Мне похуй, мы выигрываем. Как ты думаешь, появилось ли уважение к твоей команде после этого сейчас контейнера? Кореш. А? Появилось ли уважение к тебе? Появилось. Ебать, тебя интуиция не подводит, братанчик. Не подводит, блядь. Просто лучше, нахуй. В одном случае из трех. Да похуй, 2-1, да похуй. Я сюда не за бабками, а за респектом. Что, ва-банк? 8600, нахуй? Ну, скажем так, просто играйте с умом, ребята. Давайте, я пойду дальше. С умом. С умом, а с супом. Так, опа. Ой, блядь, я не сюда зашел. Скинул, мах. Ебать, я зашел к кровавой гаечке случайно. Так, Ром. Да, Марк. Аня такую мыслю подкинула, короче, что эти бумаги, это могут быть ебнутые акции какие-то. Понял, которые возможно. Очень дорого стоят. Не знаю, не знаю. Там, блядь, сука, случайно залетел к кровавой гаечке. Мы забираем этот контейнер. За сколько? Сколько вы максимум дадите за него? Да бля, ну мне кажется, мы дадим... Сколько? Ну $1000 максимум. Это... Сколько? Но это не может быть настолько легко, типа... Блядь, ну я не верю, что тут стоит максимум $200 примерно. Это вообще сейфу ебанский. Нет, тут всё дешёвое, кроме согласен. Того, что тут может что-то вон торчать за сейфами. А сейфы сами все дешевые тоже.
И бумага, вот эти бумаги. Сейфы дешевые? Ну хорошо. Но один сейф, типа, если бухгалтерский, то он дешевый. Ну, по крайней мере, я сравниваю с тем, что я вот недавно. Короче, Аня, мне кажется, нам надо хоть какой-то контейнер пытаться купить. Я думаю, мы этот купим. Хорошо, ребят. Давай. Мне стоит копейка. Так, ребята. Традиционный типа... вопрос, что вы думаете про команду злого? Ладно. Ну, уже сочувствия нет. Так, что вы думаете делать? Короче, тут фишка в том, что так как мы люди бизнеса, и мы знаем, сколько стоят эти фиксальные аппараты, да, потому что у каждого из нас есть бизнес в РЛ, шаурма и прочая движуха. Поэтому, как бы, типа, а я, в принципе, работал в микрофинансовой организации, в службе безопасности. Поэтому я могу сказать, что, в принципе, ячейки с электронным замком стоят недешево, сейфы. Фиксальные аппараты стоят тоже где-то в районе там, $300-$600, в зависимости от что там умеют, они там NFC, не все. Стол ореховый, бля, баксов 50, стул $35. Я думаю, в целом, только упор либо на ячейки, либо направо, справа за вот этими бумагами, там еще что-то лежит. Возможно, это ATM, ну, типа, либо компьютер сразу целый. Но меня больше всего смущают эти ебучие ячейки. Они идут ценой, скажи мне. Там ценообразование исходит от... Одной ячейки? Да, или... от пары, или от четырех ячеек, или от двух ячеек, или это резко. Ну, слушайте, я думаю, вы узнаете это скоро. Там есть конкретное количество этих ячеек, и цена будет идти, видимо, за одну ячейку. Ну, короче, Сань, тогда это дохренище денег. Потому что даже самая дешевая ячейка, подобно с электронным замком, сам понимаешь, она будет долларов, ну, 100 стоить... Самое железо, дешевое. Железно, да. И плюс, да, типа, сам понимаешь, там, если еще замок, типа, они вприталь, ну, чтобы не вскрыть, сам понимаешь, там потом, как бы, ну, надо... Короче, вы играете на него, да? Конечно, короче, конечно. Ну, больше трех и точно дадим. Хорошо. Ну, да, да. Вот здорово, ебать. Могут... Алло, блядь. Ну, мы здорово, рассуждаем нахуй. Тут. Мы в ахуе просто с твоих фото, блядь, тут нихуя непонятно. Я помню, что до этого офисный был, он был очень дорогой. Но, типа, как мне кажется, что эти ебаные стулья стоят по 1000 рублей, нахуй, по 2. Стол стоит 1003. Ну, типа, вот эти ебаные калькуляторы, блядь. В долларах сейчас? Рубля. Нет, в рублях, типа. Ну, я не знаю просто, если честно. Тут, типа, единственное, что могут стоить, это сейфы и что-то за сейфом. Бумага, ну, типа, это же просто бумага. Ну, а вдруг? Ты журнал, газета какая-то, блядь. Газета в банке? Да ну, это так, я, блядь. Что, сколько вы готовы максимум потратить? Ну, полторы тысячи точно. Да нет, хз. Полторы-две тысячи. Нет, но он не готов. Напоминаю, ребят, из-за больших долгов государства банк обанкротился. Некоторые вещи попали сюда. Все хорошо, давайте собираться. Так, что, ребят, вы еще что-то надумали или нет? Нет. Но да, 2000 минимум. Мы собираемся? Да, мы уже собираемся. Алло, вы все? Да, мы собираемся. 2000 минимум. О, злой, то есть 5. Вы еще играете, да? Злой. 5 дохуя. Да 8600 давай сразу. Ребят, мы собираемся снизу. Пошли. Уснил. Ребят, мы собираемся снизу. Угу, хорошо. Куси получается от всех. То, что у вас пятнашка, это не означает то, что вы окупите ее. Ой, если... пусти вырубай случайно, он закрыл. Блять, сейчас, секунду. О, ты на место встал? Все на местах, охуеть. Че, начнем торги? Да. Это максимально, самый максимально уебищный лот. Зло говорит, минимум 2000 даст. Итак, ребят, да? У нас, смотрите, стартовая цена у нас $500, шаг 200. Угу. 1000. Начинаем. $1000 раз. $1000. 1200. $1200 раз. 1300. Шаг 200 долларов, блядь. А, 1400. 1600. $1600 раз. $1600 два. 1800. $1800 раз. $1800 два. Двушка. Злой, давай. Не, Наташ. 2200. 2200 раз. 2400. 2400 раз. 2600. Так ты сам себя перебил. 2800. 2800 раз. Трёшка. 3000 раз. 3000 два. 3200. 3200 раз. 3200 два. 3400. 3400 раз. Сука, секунду, в чате пишут злой ульту и 8600. Артур, блин, не надо! Так, 3600 раз! 3600, да? 3602! 3603 продано! А кому? Мне надо. Поздравляю, Гвин, тебе... Так, ну слушай, Гвин, это настолько дорого, блядь. Эти бумажки какую-то, типа, цену... Бля, ну почему? Нет, так, ну, ребят, ну... Здесь... Да тут думать только про сейфы, блядь. Здесь, нет, здесь расчет в том, что, смотрите, фиксальные аппараты, они тоже, ну, не так дешево стоят. Ячейки за штуку идет цена. Их тут 12 штук, блядь.
Ячейка, если стоит даже... 3400 было, извините, 3400 было, да? Я точно так же размышлял, да. Я точно так же мыслил. 3400. Да все давай, так размышляли. Ну, мы думали, ячейк. Что даже если сотку, ну типа это 1200. Давай, давай. Так, секунду. Да, могут быть акции в бумагах пиздатые. Да, я не думаю. Бумаги, бумаги, это просто бумаги. Нет, блядь, какие акции? Какие акции, блядь, валяются в контейнере, нахуй? Нет, банк разорился, там не может быть. Так, хорошо, ребят. Они обанкротились, у них ничего не осталось. Да. Секунду. Поэтому теперь 600. Все, бля, Гвин, ты думаешь, это стоит 3400? 3400, да. Ну, я 3... думаю, на самом деле... 12 ну, по 50. Блядь, ебать, идеально! $50. Там сейф какой-то давай, огромный появился. Давай, нормально стоить. Бумажки у нас ничего не стоят, ребят. Так, аппараты. 2 по 200. Фискальные аппараты. Я сказал, они очень нормально стоят. Сотки, да, как... А нажми на тот сейф, который стул, огромный. Стул, смотри, Наташа, стул, это твой контейнер, блядь, твой контейнер. Выведите нахуй из зала, блядь. Стул, смотри, стул, сколько я и сказал, блядь. Рубль, рубль. Пиздец, сейф да. Золотой, но... Да, давай, стой, стол, 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 стол. Столы, пожалуйста. Стол? Сань, блядь, цент-цент сказал. Фискальный аппарат еще один. Цент в цент, блядь. Монитор этот для, блядь, этот. Ух, сюда, и сейфыч, дядя. Пятихат, да, где-то? Да! Нихуя себе, блядь. Саня, блядь. Саня, вопрос имеется ко мне еще хоть один, блядь. Не, ну, блядь, слушай, блядь, так вы минус все равно. Сколько стоит? 3600, сука, в плюсе. 3600 или... 3600. 3400 я оставил, 3600. Так меня никто не перебил. 3600. Ты сказал 3400, 3600 ну, потом. Окей, поэтому... типа, но меня никто не перебил. Да нет, 3400, нет, 3400, но он сам да себе не перебил. Нет, 3400, да, он нахуя ему сам. Хорошо, ребят, стоимость этого контейнера 4137. Нихуя! Хорош. Но это только типа из-за сейфа. Холодный расчет. Да, ну, блядь, его могло бы идти не быть. Служба безопасности, блядь, нахуй, блядь. А Саня говорил, что сзади что-то стоит. Да, сходу сказал, сзади точно что-то есть. Служба безопасности, нахуй, микрофинансовой организации, блядь. Че у меня за паста, блядь? Лично гениально. Я бы тупо оттрахал. Привет, Сань. Красавица. Сань, что тут? Блядь. Короче, ладно, все, хорошо, давайте переходим к следующему. Сань. Гениально, реально. Это гениально. Так, ребят. А че здесь телетовича? Ой, блядь, ебучий это шоу Макривского, блядь, здесь это, блядь, рандом. А мне кажется, тут даже думать не надо. Надо, ну, мне кажется, сразу стартовать. Давайте не будем выходить, просто стартуем. Да, ребята, да, да, да. У нас сейф-загадка. Да, сразу стартуем. А куда? А, секунду, нет. А что, будем обсуждать это? Не-не. Эту вещь должны были доставить в Афганистан на военную базу, но груз был забит в пункте отправления и в скором времени стал ненужным. Ой, блядь, это пиздец интересно. Ой, блядь, надо обсудить. Да, может быть, нас как вы хотите, как вы хотите. Есть что обсудить? Вопрос сразу сходу. Ничего не будет осуждающего? Нет. Так, еще раз, повтори, еще. Эту вещь должны были доставить в Афганистан на военную базу, но груз был забит в пункте отправления и в скором времени стал ненужным. Бинты? А что, обсуждать идем? Может, там коколё? Не, ничего осуждающего не будет. Не, осуждающего ничего не будет, ребят. Да, забейте, это байт просто. Да нахуя обсуждать? На да, коробки давай. Просто. Пиши. Так, ну... Не, Сань, нахуя обсуждать? Ну, Вадим съебался уже. Сань, доверься мне просто, и все. Чё? Так, ну, сходу у нас будет $100 и шаг 100. Чё, злой, 8600? Злой, 200. Нет, да погоди, еще никто не пришел. Я хуй знает, мне кажется, там ничего такого ценного нету. Хотя, ладно, пошли обсудим, потому что у меня есть мысль. Блять, сука. Не-не, ничего обсуждать, я забираю. А, да? Сука, а чё все обсуждали? А чё вы тут втроём сидите? Мы обсуждаем. Так ты не в этой команде, блять. А мы не это обсуждаем. А нам в общую всем идти? Я не знаю, вы, блядь, разбежались, сначала вы съебались, потом Марк вам, потом Гвин такой, ну ладно, пойдем тоже, типа, и съебался. Я написал вот. Смотри. Так, ребят, там все в сборе уже. Подожди, у меня калькуляция идет, блядь. 11600. Блядь. Это... Сань, $735 выгораживаем, пошли. Давай. Не, типы вы... Алло. 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 Все тут? Да. Сейчас, да там, блин, Вадя, я тоже хочу послушать. Да, сейчас там ребята в своем чем-то разберутся, я подожду. Все, не, мы все, да, мы разобрались. А, так, ребят. Такой чистый, нахуй. Стартовый цена. Я? Стартовый цена $100. Вадь, по-моему, это неуважение. Шаг больше, да. Также $100. Пиздец. Выгоняем. 200. Кинцуха дает 200.
800. Ребят, 800. Ребят, можете не играть, Гинзуха хочет играть до 3000, забейте хуй. 800, 800 долларов раз. 1000. Вадя! 1000 долларов раз. Давай, давай, Наташ, хуя. 1500 марк первый сказал. 2000. 2000 долларов раз. 200 долларов раз. Наташ, подожди, стоп, 2, не 300. Надо. Не надо. 2300 раз. Не считай ее, Ром. 2302. 2303. Продано Наталье Берниковой, ебать. Поздравляю, Наташа. Так, давай, блядь, давай, открывай. Там сейчас либо, там сейчас, Марфиски, там либо, скажи, пожалуйста, открываем. Я прав или нет, подожди. Там либо экипировка, либо жрачка. Вадь, ты мне не веришь? Ой. Мы выиграем сейчас, там смотри, может, мы идем в плюс. Быть. Ребят. Быть. Как там может в коробках быть разобранная перевозят машина. Какой-то, перевозят какой-то груз. Какой, Наташа? Так, сейчас, там, ребят... Там пюре переводят доширайки. Оружие, там, броники, оружие все. Оружие нельзя на Твиче, типа. Если бы тут было оружие, то это было бы осуждаю. Угу. А, ну да, ну тогда... Так, оно было бы всеми льгучным, ребят. А, ну тогда я отменяю свою ставку, да? Что это такое? Что это такое? О, твоя... это ДВшка, ебать. Это твое, Наташ. Это не мое, не надо. Бери за 2300. О, нихуя! Красава, Наташа! Нихуя, блядь! Снайпер, блядь! Держимся, держимся! Фу, хотя бы не минус! Ебать на тоненьком! Хотя бы не минус! Хорошо! Ну все, Марк, я тебя вовремя остановила, говорит, нет. Гвин, это то, о чем ты думал или нет? Ну, нет. Сказал, я думал, я думал сказал, либо экипировка, либо еда. А почему, ну, типа... столько коробок и один предмет, блядь? Это тоже... Ну, это просто, думаю, это просто контейнер-загадка. Загадка, типа. Всё, да, типа, вы можете на него играть, можете... А я, получается, профита никакого не получила? Нет. Это контейнер-подъёбка называется. А то, что у меня есть контейнер, ничего тоже? Ничего, да. Поздравляем. Давай, продай его нахуй. Да, давай, блядь. Давай, Махриски, next контейнер. Да, хорошо. Наташа, только не начинай играть, ребят, как Артур Нерчуга, блядь. А после поступления нового оборудования в больницу старые пришлось продавать. О, ну если это Украина, то это все копейки. А почему там грильница стоит? VR-шлем, нахуй, что такое? А почему грильница стоит? Реально, грильница, блядь. Я в уборную и забираю это за 5000. Кореш, хочешь, мы его нахуй выгоним сейчас? Хоть поиграешь нормально. Да не, похуй. Так, ладно, я к вам последний тогда подойду, пусть идет. Давай, давай. Так, ребят, я к вам первым сегодня. Макривский, да. Я гений. Смотри, у нас изначально банк 15 тысяч. Мы сейчас в плюсе на $735. От всех вообще, в принципе. Если мы будем сидеть АФК, и кто-то из них купит лот и не окупится, то мы выиграем в любом случае. Нам нет смысла вообще за что-либо драться, если мы не уверены в том, что это нас окупит. Но только осталось еще дохуя контейнеров. Так вот именно, понимаешь, в этом-то прикол. Просто есть контейнеры, которые под вопросом. Здесь я в медицине плюс-минус разбираюсь, потому что я в больнице лежал дохуя. И это на самом деле здесь вот эти... Это то же самое, я разбираюсь в стрельбе, потому что меня подстрелили раз, блядь. Ну, на самом деле так и было. Ну, я почему-то... Ты спрашивал у врачей, сколько это стоит? Да нет, ну я плюс-минус тендеры смотрел на закупку. Вопрос. Решали, я тоже тендеры смотрю. Ну, короче, там 100% за ширмой какая-то хуйня стоит, и там может какой-нибудь там томограф ебейший, блядь, который может стоить миллиарды денег, блядь. Поэтому First Aid Kit вот эти вот, да, они стоят, ну, долларов 150-200 за штуку. Сань, я думаю, косаря полтора нахуй, и дальше пойдем, блядь. Подожди, а что вот это за хуйня слева? А, ну, которая, типа, перед ширмой. Это, что, Марк по-моему... сказал, что это грильница, блядь. Нет, это, по-моему, обеззараживатель, типа, туда закидываешь хуйню, и он там под температурой, для, типа... для вакцин, может быть, помнишь? Вакцины, блядь, ты просто туда скидываешь это. Знаю, если там EVL? Он стоит дохуя денег, я же тебе говорю, он там сзади, за ширмой, может, стоять, и там стоит 100% что-то, потому что видно, что это, просто я не могу понять. Стоит ли рискнуть? А нам похуй, я думаю, да. Сань, короче, хуярим до двушки, блядь, вообще на них уделать. До двушки, а подожди, Саня, а вот эта хуйня, типа, которая лежит... Микроскоп? На... Микроскопы, если это электрический, он тоже может стоить баксов там 700, 1400, вот так может стоить. Короче, Сань, 1400. Двушку, трешку хуярим, делаем вид. Трешка. До трешки, а похуй, Сань. Трешка, Сань, доверься мне торговаться. Все, да, все, давай, хорошо. Нет, Сань. Эпфон, план. Эпфон, блядь, под него включила. Алло, какой, да. Какой план действий? Смотри, у нас нет плана действий, мы просто наблюдаем, как Гвин хуярит, вот так, типа, ебать, там рассказывать, блядь. Ну, короче, мы до двух похуяримся. Мы даем 5000 баксов. А там скипнем. 5000 баксов? Нет, мы не даем 5000 баксов, блядь. Мы даем, Вадя. Нет, нет. Даем, это ты даешь. А я нет. А деньги общие. А, подожди, Ром, можно как-то... Мой семейный бюджет. Можно как-то законтролировать эту хуйню, то, что у меня, типа, ну... синдром Турелли у человека, и он иногда просто цифры рандомные скрикивает. Все, ребят, я вас услышал.
Видно. Здорово. Короче, Ром, это пизда. Вот смотри, одна аптечка, ну, условно, $50. Их 4. 100, для лежака хуйня $100. Капельница $50. Вот эта хуйня для кварцевания грильница, она в теории может быть дорогая. Да он тебе не скажет сейчас так. Не, смотри, видишь, там капельница еще. Там а может еще что-то за ширмой стоять, а что? Да, но за ширмы там видим, и так что-то стоять. Вот готовы ли вы рискнуть, блядь? Да, мы готовы. Да, ну что... похуй, мы до какой-то суммы точно попадем. Да, у вас, кстати, рискнем. Вы пока что единственные, кто не сыграли, которые копят, которые копят. А мы... Ну это плохо то, что мы копим? Ну, по итогу шоу что будет считаться? А, профит. И только профит, да? Ну, как я понял, да, там, блядь, надо еще обсудить. Ну, мы попробуем, просто, блин, тоже, типа, мы боимся, мы не хотим за этот контейнер, там, 5к, грубо говоря, ну, да, ну, тут давай. Только единственное, ну, $1500 максимум типа, вот этот аппарат может стоить, микроскоп. Тут, с ширмой голая гайка. Микроскоп, и за ширмой какая-то хуйня стоит, я не понимаю, что это, а вот это все кварцевание, ну... там ну... что-то очень большое рядом. Хорошо, вы будете играть, да? А что да, мы играем, мы до Талова что вы пишете дефолт? А, сумму, ну... Вот эту сумму, типа, которая... Короче, хуй знает, мы еще сейчас обсудим. Пошли все вообще. Okay. Потому что... Потому что я тебе потом объясню. Гвин, как мы считаем, смотри, победителя, как мы вычисляем? Бля, я только биток продал. В смысле, мы... Пизданулся, я нахуя биткоин продавал, бля, за 320, мы блядь, в конце... Мы в конце просто считаем в нашу сумму плюс профит и все. Ну и от итога получается. Да, хорошо. Биткоин, да, 15 косарей стоит сейчас. Нахуя я его продал за 13? Когда? Красава. Ты за 13 тысяч долларов продал? Да, пару дней назад. Так, ребят. Надо было выборов дождаться, блядь. Стартовая цена данного контейнера $500, шаг 200. Тысяча. $1000. Давайте полторы. 2700. 2200. 2200 раз. 2600. Давай 900. Наташа, шаг 200. 2900 раз. 300. А, 200. 300. Нет, 2800 можешь максимум дать, потому что я дал 2600. Ты сказал 200 шаг. Ну, он может больше ставить. А, да? Все, да, базар конечно. Что там было? Что там было? 300 или 2900? Он сказал 300. Он сказал 300. Да, 100. 300. 3500. Да. 3500 раз. 3700. 3700 раз. 3900. 3900 раз. 3902. 3900. 400 да раз. Иди нахуй! Заебало, блядь! Блядь, Ром, ну я же говорил, что у меня, блядь, у тебя это синдром Турелли, блядь. Она, это рандомная цифра. Не нужно ее засчитывать, блядь. Это просто человек говорит цифру. Не, мы посидим пока, мы посидим. Ебать, у меня вопрос, а почему у меня с 15... Тысяч. Сколько ты дала? 400 марка она дала. 4300. 4300 раз. Да похуй, 4302. Ну, 4303 продано. Так, ребят, у меня какая-то хуйня. Забайте. Ребят, а у меня спамит какая-то хуйня, типа, что у меня с 15 тысяч онлайн упал до 5, блядь. Да это баг, забей. Это да забей хуйня, это баг. А, у всех упал. Да. Блядь, Марк, нахуя ты это делал? Синдром турели, это потому что, типа, ну, когда подходит радиус, она начинает стрелять. Надо было дурынди отдавать. Накрутку вырубили, дайте перемачь этому долбоёбу, блядь. Блядь. Чел сагрился на накрутку в 2020 году. А, так, Рома, аптечки, щелкай, я купил. Щелкай, я накручиваю каждый день, мне похуй. Аптечки. Так, за сколько ты купил, погоди, Марк, секунду. 4300. Аптечки, а ну-ка, Сань, проверим. Прав я был. Как вы думаете, аптечка на обогнал? Я думаю, ты прям доллар попал, блядь. По 50, ой, по 50 баксов они стоят, или по 25. Одна аптечка. Да, дядь, это же медицинский, там, скорее всего, ну, с профильными движухами, типа, это не просто... Мне кажется, они просто пустые, это просто, блядь. Это просто аптечки пустые, это просто сумки, блядь. Так, хорошо. Аптечки. Ой, не попал. Хорош. Замазал, блядь, по капельнице, ну, похуй. Не отстанешь, дешёвый. Грильницу. Грильница. Ширма. $275, если что. За ширмой есть что-то. Опа, нахуй! А я говорила. Микроскоп. Лежак. Вот правую хуйню. Ебать. Мы в минусе, Ну подожди, она нет. Там... Нет, нормально. Ебать. Нормально. Вы в плюсе, но 4. Вать, а ты мне опять не доверяешь, пиздец. Хорош, слушай. Ну, типа, Сань, 400 я думала, баксов. Там что-то одно. На сколько не в плюсе? На 400 нормально. Баксов, Сань. 375, 500 баксов мы в плюсе. Нихуя себе, блядь, 500. На меньше, чем 500. 475. Ебать. Так, ну пока у нас мы нормально держимся еще, да, кореш? Блять. Синди просто одна из самых лучших, блядь. Зовет меня, говорит.
Извини, ты занят? 2 на 2 не пойдешь? Это Татьяна. А, так все. Ой, блядь. И похуй, что в комнате стрим сидим 8 человек. Вань, ну сходишь, блядь, заебал, блядь. Вать, почему для тебя каждая коробка нихуя не стоит? Я вот не понимаю, у меня вопрос. Вот это нихуя не стоит. Вот это мы за это бороться не будем. Вот это хуйня опять. Скип, скип, скип. Ты хочешь просидеть на месте, блядь, как бомж? Нет, ты понимаешь, я за стабильность. Все, мой семейный бюджет, нахуй. Все, блядь. Стабильно, стабильно нужно набирать. А, Рома, тебе, по-моему, стрим упал. Нет, работает. Я за стабильность, понимаешь? Я не люблю такие риски. Давай, показывай, Рома. Да, хорошо. У нас Марк нет, ну ладно. А Марк не тут разве? Ну тут Гин выиграет, конечно, бля. Он там в магазине работал, нахуй все это продавал, блядь. Марк, хватит ходить туда подсасывать, пожалуйста. Подожди. Так, ребят. Владелец контейнера отказался платить за товар, который был предназначен для его фирмы из-за повреждения контейнера, после чего все содержимое было выставлено на продажу. Она еще поломанная, сука, вся. Кстати, а возможно, она может быть поломана из-за повреждения контейнера, блядь. Но. Будет стоить, блядь, по 3 копейки. А поломана хули вы хотели, блядь? А что, я может быть, я такое, не понимаю, да? Что это? Ну это же Макривский, блядь. Нет, такого нет, конечно. А, ну то пошли, Сань. Ну, сейчас просто, сейчас, блядь, Гвин будет говорить цены в рублях до копейки, нахуй, просто, блядь. Вот смотрите. Чё злой? Чё злой? Чё кореш? Всё, дача есть? Дача есть? Сдача? Ну что это, блядь, тележка ебаная? Вот это что за нахуй? Коляска, блядь. Вот сзади, чё такое зелёное? Что это вообще такое, нахуй? Я не знаю, брат, я первый раз такую хуйню вижу. Бля, пиздец. Надо маме позвонить, нахуй, у неё дача есть, по-любому там есть хуйня. Что думаете, будете сражаться за этот контейнер? Да, будем, но типа немного, потому что нет смысла типа брать это дерьмо. Тут даже, блядь, я сколько просто... максимум дадите? Мне кажется, косарь максимум. Хорошо. Да, тут вообще нечего брать. Хорошо, я вас услышал. Сосуешься. Так, алло. Да. Здорово. Ну, мы минимум трёшку даем за это, минимум. А, Рома, может быть, ты сломанная? Нет, сломанная не может быть. Ну, смотри, ну смотри, тут все типа это, ну, грубо говоря, строительная хуйня. Это все очень дорого, потому что все, что связано с строительством, это не дорого. Не строительная, это фермерская, у тебя просто не было. Вот эта вот техника слева, типа микрокомбайн, он очень дорогой, мне кажется, это я за него 1500 да, дал бы. Ром? А, да, это ферма. Это Ром, ферма. Ты бы сколько дал за этот контейнер? Ну, 1000 долларов. Да, он дорогой. А сколько у нас? А у вас? 10700. Нормально. Ну, это дорого, это по факту дорого, потому что там какой-то насос, блядь. Там дохуя всего. Качалки для... Ну, мы минимум 3500 даем, минимум. Окей, всё. Окей, я вас услышал. Сань, так, ребят, я думаю, Сань, здесь можно спокойно до четверки идти, потому что слева вот эта херня, видишь, это тачка ебаная, блядь, это, блядь. И плюс... За тачкой что стоит, Сань? А за тачкой нихуя не стоит. А, за тачкой, я имею в виду, за тачкой, которая зеленая, это хреноверть, понял? Да. Я чё вы думаете? Чё вы думаете, ребят? Куча. Блядь, я думаю, что надо забайтить так, чтобы гокамоле в минус ушел, потому что сейчас по нулю они нас обгоняют. Поэтому я спокойно буду идти до 3500. Если он будет идти больше 3500, я дойду до четверки. Если он после четверки пойдет, я ему продам, блядь. Все. Mm-hmm. Хорошо. Я вас услышал. Так, здорово. Здорово. Чё ну думаете? Опять борюсь я за этот контейнер. Наташа хочет рвать просто за контейнер, я просто, блядь. Я разбираюсь в контейнерах. Я вижу, что тут тележка, так. Лопата, все хуйня. Скажи просто, наоборот. До скольки ты будешь бороться, чтобы Рома понимал? 10 тысяч баксов. Хорошо. Хорошо, я вас услышал. Бля, я не шарю, что за хуйня с учём, я просто мне 10 тысяч онлайн ушло. Все, дорогое. Ладно, 15 тысяч баксов даю, все. Алын нет, нахуй. Алын, есть. Нас столько нет. Есть. 12 тысяч. Нет. Бля, ебаный. Ну тогда 12 тысяч даю. Похуй мне. Согласен, Вать? И все, да? И съёбаемся, блядь. Угу. Можно будет потом доплатить, Ром? Потому что я типа, ну, мы, скорее всего, после этого контейнера заканчиваем. Нет, депать нельзя будет. Хорошо, давайте идем мы этот вниз. Над Марком. Ну, они сейчас в топе, блядь. Да, бог, сейчас ловим какой-нибудь нормальный. Мы топ-1 сейчас. Все, тогда ты понял, Сань. Все, тогда вообще моя тактика работает вообще охуенно. Тогда я... Можно мне тиммейта поменять? Так, начальная цена?
Так, ребят, начальница... Марк, не переживай, у меня Наташа хочет играть до 10 тысяч долларов. Шаг какой? Шаг также 100 долларов. 3 тысячи. 3 500. 3 500 раз. Нам пизда. 3 500 два. 5 тысяч. Все, не надо. 5 тысяч раз. Наташа, я тебя... 5 тысяч два. 5 200. Нет, 5-200 раз. Нет, да нет. 5-202. Ну нахуй ты это делаешь? 5-203. Продано. Что мы должны? Мы должны совещаться, ребята. У вас было время на совещание. Минус 5-200. Просто кричит. Ты сам хотел ее себе в команду. Да, да, да. 5-200. Давай поздравляем. А мы забрали этот контейнер, да? Оторвали, блядь, с руками. Прям просто. Борьба была, блядь. Наташ, красиво. Я не перебил. Не буду. Не буду. Смотри, не, Вадя. Там зеленая штука стоит 20 тысяч долларов, Вадя. Там зеленая штука дорогая. Вот эта зеленая штука? Да. Вадь, там фиолетовая штука дорого стоит. Фиолетовая. Вадь, там вот это. Вот эта банка стоит дохуя. Вот это? Да. Картофелечистка тоже нормально стоит. Лопата, блядь. Ну, в целом, как бы, не так. Ну, в целом, хорошие торги. Минус 2000 всего, 3000. Шо, мать? Злой, да мы не в дерьме, блядь. Блядь, мы не в дерьме, я ебал торговать это дерьмо. Это агрономская хуйня какая-то. Я ничего не говорю. Вадя сапает картошку, блядь. Вадь, я ничего не говорю больше. Вадя, тебе... Вытаскивай ситуацию. А я не понимаю, как это так работает, Ром. Типа, почему нет того, кто говорит, типа, в дуо? А не, ну тут... Ну, в смысле, как работает? Вы сами должны договориться. У нас на расфане. Да нет, ну в смысле, она просто на расфане говорит. Вадя, вы играете в команду. Это ваша проблема, что вы не договорились, кто торгует. Я захожу к тебе в комнату. Я захожу к тебе в комнату, Вадим. Я захожу к тебе в комнату, ты говоришь, она будет торговать до 10 тысяч, блядь. Ты ей ничего не говоришь, ты что, ебанутый, ты говоришь. Она будет торговать до 10. Я вас понял, я вышел. Да он просто выёбывает. Договоритесь, кто будет из вас торговать. Да успокойся, Ром, он просто, он выёбывается просто, сценку устраивает, понимаешь? Ему все заебись, ему вообще похуй. Короче, мы следующий покупаем точно. И я все, я ухожу, блядь. Да надо играть, братан. Давай, показывай. Ребят, это у нас... Оценивай, блядь. Контейнер пожарного. В одном из вызовов пострадал пожарник, спасая людей и своих коллег. Чтобы спасти мужчину, его коллеги приняли решение некоторые вещи отправить на аукцион. Да. Нет. Спасибо, что послушали историю, больше я ее повторяю. Да пошел нахуй, нам похуй на твою историю. Сань, идем. Похуй тебе. Расходись по комнатам. Да, хватит. Да мы тут посидим. Я тебе сразу скажу, что мы забираем это. За сколько? Забираем это дерьмо. За 3000 минимум. У нас тут вишенка, блядь. Анечка, что послушаешь? Я послушаю, сижу. Не надо, блядь. Сука, шпион, ебан. Ну, давайте. Марк, они за 3000 забирают. Вишенка, съебись нахуй отсюда! Сколько это может стоить? Да не, если честно, немного. Сколько? Баллоны. Так, сейчас погоди, Тате надо позвонить. Ну, сколько вы... Ну, объясните, что будете делать? Ну, смотреть. Я думаю, скип, слышь? Мне кажется, скип нахуй. Скипайте, да, этот контейнер, хорошо. Скипаем злой или нет? Или чисто на этом, на кураше нахуй. Я думаю, брат. Ладно, думай, брат. Так, ребят, что у вас? Хуй знает, Ром. Все очень плохо. Почему? Я не знаю, потому что... У вас же вроде все хорошо пока что идет. Не, все плохо в плане этого контейнера, потому что я даже плюс-минус не представляю, сколько стоит. Ага. Ну, типа, огнетушители априори не могут дорого стоить, потому что, ну, это дешевая хуйня. Ну... Меня, знаешь, что меня смущает? За шлема пожарный, сколько? Ну, 1008 я бы рублей за них дал за один. Меня смущает очень вот этот вот гидрант, блядь, который посередине между шлемами лежит. Что это? Типа, я не знаю, пусть Аня отвечает, потому что за этот контейнер я вообще в рыло не ебал, сколько давать. Аня в тильте сидит. А почему в тильте, Аня? Я не в тильте. Она в тильте, не знает, что в этом контейнере. Я не в тильте, я просто думаю, что вот у меня смущает справа большой вот этот самый большой контейнер. Вот это вот что контейнер. Это, отсоска или что это вот это посередине стоит? Да, отсоска говна из канализации. Бля, в тильте тут я, у меня просто 10 тысяч почему-то скрутилось, и оно...
Типа... Да у всех что онлайн, блядь. Не, да нихуя. Вообще нихуя. Я понимаю, да, что ладно. Эта хуйня пойдет в стату, да. Чат точно не на 5000. За 5700, да. Это пиздец вот, какой-то. Чат. Она вообще не двигается. Минус боты. Пекл, виби пермач нахуй ебаным ебучим, блядь. Там уебище сидит, блядь, вот чат поспамьте. Видишь, это не чат на 5000. Ну смотри, это может быть как дорого, так и дешево, потому что это тупо пожарная техника, блин. Ну пожарная, но это достаточно дорого содержать. Не, мы, короче, немножко по это... Мы будем от других отталкиваться. Ну да, посмотрим, okay, что как. Okay. Я не знаю вообще просто, сколько это стоит, все хуйня. Да, хорошо, ребят. Так, ребят, да. Что вы думаете? Мы ничего не думаем. Мы чисто, мы просто чисто чилим нахуй. Нам надо хоть какой-то лот купить, я не знаю, за сколько мы можем этот лот, но... Блядь. Чё так? Блядь, а я сижу в тимспике, нахуй, ёбаный рот, блядь. Модерай, сделайте, пожалуйста, опрос с одним вариантом ответов. Рома, блядь. И напишите плюс там просто. А, да, Рома замутился. Я на стрим говорил. Я не знаю, ну типа, этот плот было бы классно купить, там, может, до 2000 долларов. Но мне почему-то кажется, что кто-то купит его дороже. Хуй знает, сколько эти баллоны стоят. Я говорю, если типа это не украинская техника, то это все дорогое. Проголосуйте, пожалуйста, каждый вопрос, ну, сейчас. Типа... сейчас. Должно быть все надежное, как минимум. Ну, да-да. Хорошо, ребята, ну, я короче, пойду. Будем смотреть, да, давай. Алло, ребят, здорово. Будем идти. 1700. Короче, быстро сейчас расскажу нашу тактику, типа. Наша тактика в том, что мы просчитали, это плюс-минус все будет стоить 1700 около 1700 баксов, потому что огнетушители штука, в принципе, относительно дорогая, относительно нет. И самое главное, что тут за левым рядом огнетушитель что-то лежит. Либо ты очень хуево обрезал картинку, но я думаю, все-таки что-то лежит. Там что-то поэтому, лежит. Да, поэтому 1700 мы будем ставить. А дальше вот. Осторожно, можем забайти да, до двух. Да, да, да. Вот и все, мы скипаем после двух. Да, все, возвращаемся. Угу. Вот, блядь, сколько уже проголосовало? Почти 6000, онлайн показывается 5600. Даже если онлайн 10000, никогда не проголосует 6000, чтобы вы понимали. Да, да. Так, Ля, ребят, я, берешь... я хочу, чтобы Генсуха заулынила просто. Не-не-не-не-не. Давай, Макриски, начинаем. Так, да, да, секунду. Просто нихуя не выкупаю, блядь. Хорошо. Окей, давайте. Закрываю, смотрите. Секунду, зайду в этот. Первоначальная цена этого контейнера 200 долларов, шаг также 200 долларов. Подъехал, луйня. Тысяча! Блядь! Давайте 2000. 2000 долларов раз. 2200 раз. Это кто? 2202. 2400. 2400 раз. 2402. Не надо, злой. 2403. Продано. Продано марку у нас. А нахуй я это сказал, почему никто не перебил, блядь. Просто я на лоха играл, брат. Не знаю, если честно. Мне кажется, это стоит дороже, если честно. За левыми огнетушителями что-то стоит, злой, ты проебался. Да, пожарная машина, блядь, или Тати, наверное, за баллонами, да, блядь, стоит, ждет тебя нахуй. Давай. Так, сейчас, секунду. Бля, прикольно было, если бы там Тати стояла сзади. Так, хорошо. А что там по цене было? Королева баллона. Ну, так хорошо, такое. Начинаем оценивать. Ой, Сань, пятнашка даже... не стоит. Ой, я говорил, по 500 долларов эти баллоны стоят. Нихуя я, блядь. Я что, пожарник, что ли? А что это за хуйня справа? Шлемы, кстати, так и вышли, Марк, как ты и говорил. Да-да-да. Хуйня справа? У-у-у! И стоимость этого контейнера у нас... 3700. Блять! А сколько ты поставил? 2400. Сука, уебись! Не, Марк уже выиграл, блядь, на префе. Красава. Саня, надо что-то думать, блядь. Саня. На лоха, блядь, говорю. Саня, надо просчитать, Сань. Сейчас будет все это. А скажи, пожалуйста, баланс Марка и сколько у него профит? Марка баланс 8300 и сейчас профит у него 8500. Блядь. Ой, блядь. У Наташи с Вадимом баланс 7500. Профит 4400. Сань, посчитай наш профит. 1800 у них профит. Блять, Сань, пизда, надо что делать, Сань. Так, хорошо, давайте следующее. Надо рисковать, Сань. Угу. Кивчат пишет, сыграл на лоха и проиграл. Так, ребят, у нас тут... Кофейня закрылась, блядь. Да, Борис, иногда не так все просто, как кажется. Борис из-за своей азартности проиграл все деньги в казино и был вынужден отдать свои личные вещи на аукцион. Вынужден. Блядь, уебище, которое нахуй не умеет слова выговаривать, это ты мне сейчас сказал? Добрый, давай посиди там нахуй. Так, ребят. Ладно, погнали, Сань. Это вся история? Да, да.
да. Мы посидим, мы пока да, еще подождем. Блядь, сколько еще контейнеров? Бля, ебучий... Бариста, блядь, так не так просто, нахуй. Он проебал все свои бабки, поэтому должен был на аукцион заложить эти вещи. И что вы думаете, ребят? Ну смотри, кофемашина, она очень дорогая. Она стоит минимум 150 тысяч рублей. Ну, сейчас посмотрю, сколько это. Это 2000 баксов примерно, да? Ну, блядь. Ну, а смотри, ты уверена, что она так стоит? Да, я уверена. Я уверена. Это очень, ну, типа, это хорошая... Что вы думаете про вот эту хуйню сзади? На что она похожа? На... Я не знаю, на что это похоже, блядь. Холодильник, на стол, блядь, какой-то. Стол какой-то, блядь. Ну, минимум 3000 баксов. Смотри, вот это еще кофе-хуйня. Кофе-хуйня, так? Вот эта трехслойная, которая... Я просто не знаю, что это такое. Но мне кажется, ну, 3000 баксов точно. А вот эти хуйни для кофе? Кофе-хуйня. А вот эта хуйня? Кофе-хуйня для кофе? Так, хорошо, ребята, пойду к следующим. Давай. Здорово! Какой-нибудь нереально, прикинь. Короче, тять, у меня девушка бывшая бариста, блядь. Поэтому мне нельзя. Ебать, у тебя просто с каждым контейнер, блядь, не твои случайно нахуй продаются. Я хуй знает. Ну, короче, слева вот это кофеаппарат. Типа, если это не подъебос какой-то, то он спокойно двушку зелени стоит. Вот, типа, он штука для измельчения кофе, это то, что вот это вот, видишь, у коробки стоит. Но она, типа, баксов, Саня говорит, 200 стоит. Вот. Вот эта херня, типа, вот это, я не понимаю, что за фонтан ебучий, бля, хер пойми. А вдруг это какая-то арабика нереальная, понял? Там насыпано, там, что там реально мешок, что золото стоит. Короче, мы нам поебать. Мы будем до 4, блядь, воевать, а дальше будем думать, что делать. Хорошо. Конечно. Хорошо. Все, поехали. Так, еще не поехали, еще к двум командам зайду. А, ну, давай. Алло. Нет, правильно. Да. Че думаете? Ну, мы до 3500 будем ебашить, Ромочка, у меня просто... Ну, тут килограмм 15 кофе, оно достаточно дорого стоит, да. Плюс кофемашинка и трехфазные вот эти штуки, ну, можно попробовать. Непонятно, что вот это за белая хуйня на заднем плане, то ли, блядь, какая-то плита, то ли срак, я не понимаю, что это. У меня знакомая бариста работает. Блядь, тут у каждого, нахуй, у кого-то девушка бариста, у кого-то сестра, блядь, у кого-то знакомая. Ну, это дорого, все. У Вина было. Это все дорого. Ну, типа, вообще оборудование для кофе, да, дорогое. Плюс еще само кофе, плюс... Ты что, в коробках что-то, может быть, и за коробками? Ну, даже если без коробок считать. Без коробок это уже дорого априори. Окей, ребят, я вас услышал, еще зайду в одну команду и собираемся. Давай. Здорово, злой, что думаешь? Забираем это дерьмо. Почему? Потому что кофемашина может дорого стоить. Сколько? За сколько вы готовы забрать его? Ну, за 1004, наверное. Угу. У вас случайно у кого-то девушка бариста не работала, то там у всех, блядь. У всех работала. Да, у всех девушка, подруга, блядь, была баристой. Сейчас сражение будет ёбнутое. Не, вот эти два самогонных аппарата, блядь, это копейки стоят. Самогонных аппарата какие-то? Ну, вот, видишь, там перегоняется, блядь. А, понял. Ну, хорошо, узнаете скоро. Так, давайте собираться в комнату. Так, ребят, мы собираемся сейчас. Хорошо. Ребята, слышь... мы собираемся сейчас. Пошли. Максимальный контейнер. Сань, доверься, нет. Сань. Ну, блядь. Сань. Алло. 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 Алло, сейчас. Ребят, поднимайтесь наверх. Ну что, блядь, готовы побороться? Побороться? Давай, контр выскочим, блядь. Начинаем. Давай. Так, сейчас, ребят, сейчас будет великая битва, сейчас будет бороться злой. Мне тоже кажется, что съемная битва. Тихо. Так, ребят, стартовая цена. У нас тут $500, шаг 3500. 200. 3500 раз. 4. 4000 раз. 4200. 4200 раз. 4202. 4300. Алло. 4400 раз. Все, мы нас в комнате не было. Алло. 4... А да я, сука, вам зашел, сказал, заходи. Сколько ж так? 600. Блядь, давайте сначала, я не видел, что их в комнате нет. 4600. Какой сначала? 4600. Ну, блядь, 4600. Хотят перебивать. 4600, да. 4600. Артур Нерчук. 4700. Шаг 200. А, все, отмен-то. Ань, что думаешь? 4600 раз, 4602, 4603. Продано. Бля, там какая-то хуйня сейчас будет стоить просто 5000, уверен. Я побоялась что-то. Бля, злой, говна. Там, блядь, очень все дорого сейчас будет. Там будет сейчас 7-6 тысяч все выйдет. Не переживайте, у злого, блядь. А что ты Таня не ставил тогда? Там только кофе килограмм. Да я уже боюсь, блядь, что-либо делать. Хорошо, давайте оценивать. Почему? Да похуй. Нажми на кофемашину эту хуйню ебаную, вот эту слева.
Не, там кофе будет, ну вот все, эти трехфазные могут дорого стоить. Да, вот эти трехфазные, они дорого могут стоить. Три по 20. Нажимай уебище, я не хочу смотреть. Я нажимаю. Нажимаю уебище. Вот это кореш там сказал, по 300 долларов. Нормально, вот сзади там, да. Злой, подожди, все нормально. Еще 800. Это что такое? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, блядь! Охуеть! Стоимость контейнера 4500. Ну нормально! Ебать, ты уебище, на 100 долларов проебал! Ну ладно. Ну бац, удали, блядь! Все равно в минус, блядь! Сука! Блядь, хорошо, что дальше не топило, пиздец, я хотела. Я так думала, сказать 4800. Да-да-да. Блин, я думала, на самом деле, ну, больше 5000 будет стоить. Почему? Почему там были одинаковые кофемашины, они по-разному стоили? Это не было одинаково. Они разные были, алё. Пизда. Кто меня передразнивает? Не понял, злой. Так, давай. Злой, ты что меня передразниваешь? Злой просто с своим разговаривает. Ты меня сейчас передразнивал? Нет, я услышал, это звук в голове. Вот это вот сейчас было что такое. Вась, чекни в фрике. Злой, ты нихуя чайнику этого Джоина, блядь, под столом. Сегодня гость. Так, ребята. Да, иду. Удобно, слышно так. Салон красоты пришлось закрыть из-за финансовых трудностей, а половину собственности оставили на хранение в контейнер. Через некоторое время его выставили на аукцион из-за неоплаты хранения. Это что такое, блядь? Пошли, Сань. Еще раз скажи. Салон красоты пришлось закрыть из-за финансовых трудностей, а половину собственности оставили на хранение в контейнер. Через некоторое время его выставили на аукцион из-за неоплаты хранения. Что вы осуждаете, блядь? Да, фрики, потом посмотри, только не на стрим. Да, сейчас на стриме зайдем. Это не я. А, я вижу. Так, ребят, расходитесь. Еще раз повтори, пожалуйста. Да вы заебали, блядь, нихуя, пошли нахуй, блядь. Я сейчас ему расскажу, все равно, не переживай. Нет. Да, заебал, блядь, мне, сука. Короче. Нахуй он приходит, блядь, если у него нет интереса. Жоэма, ну повтори, пожалуйста. Отстань, я не хочу с тобой разговаривать. Все, Вать, иди нахуй. Че, ребят, ну давай, Аня, рассказывай. Ну, короче, тут все вообще пока что дешманское, но смотри, раковины могут что-то стоить. Я вижу, что за ширмой стоит эта штука, когда тебя красят, типа ты ее так на голову типа насаживаешь. Как она называется? И в ней сохнешь. Я забыла, как она называется, но вот она может что-то стоить. За ширмой еще. Стой, да? Что самое дорогое может быть в салоне? Самое дорогое. Ну, в салоне вот красоты. Этот аппарат максимум. Не-не, смотри, а тут там ширмы. За ширмы еще что-то может быть. Может быть, но я вижу только вот эту сушку, когда тебя красят. Она может стоить денег. Но тут, я думаю, не дороже 2500, все. Ладно, все, мы до 2500 торгуемся, ебать. Окей, хорошо. Так, что вы будете делать, ребята? Покупать. Блять, как всегда, информативно. Спасибо, нахуй, злой, что не ФК Олег. Там за ширмой. Ребят, ну, что говорю, будете мне делать? Мне кажется, за ширмой там фен на бошку. И кресло массажное. Кресло массажное может стоить 1100-1200, где-то бочинских, понял? Вот это типа раковины для головомойки, блядь, оно по хуйню стоит. Вот это, блядь, зеленое, вот это, блядь, седалище тоже по копейке стоит. Столик, ну, Икея тоже хуйня. Вот я больше, мне напрягает вот этот диван, понял? Может быть, кожа, типа, natural leather, блядь, you know, блядь? А перед столом чё? Мини-стол, блядь. Сань, не гони, блядь. Ну, короче, сколько вы готовы дать? 1600 максимум. Хорошо. Хорошо, я вас услышал. Саня. А. Смотри. 1600. С Ромой сдашь. Алло. Что ты говорил? Короче, мы считаем, что это хуйня полная. Но типа мы даже за это бороться не будем. Да. Максимум 1000 баксов. Хорошо, Наташа, я тебя услышал. Какая 1000 баксов, блядь? Это все дешман ебаный, блядь. Ребят, собираемся. Да. Ну, там оно... Ребят, собираемся. Там. Пошли. Только говори. 5, может, стоит. Да. Олег. Так, ребят, стартовая цена $100. Шаг 100. 2300. Скика! 2300 долларов раз. Ань. 2300 долларов два. 2300 долларов... 2400 долларов раз. 2400 долларов два. 2400 долларов. Сработало, Саня! Саня, я говорю, Сань! Сработало, Сань! Я говорил? Подожди, а что случилось?
Мы, так. короче, мы, это мы, я мы придумал оценили, гениальную тактику. Мы оценили всю эту хуйню на 1600 баксов. Саня говорит, да давай это ты еще максимум. Поставим, блядь. Да, говорит, двушку поставим. Я говорю, давай 2300, блядь, нас точно Марк перебьет. Мы блядь. Подожди! За ширмой мы... будет солярий за 5 тысяч долларов. За ширмой кресло. Кресло нет. с феном, блядь, ебучим. Да, да, да. Нет, нет, так там еще проверим. Давай, открывай. Давай, давай. Ширму, Ром, убирай ширму нахуй. Бля. Ну, блядь, все, пизда, блядь, тебе. Жми по все, попу. Жму. Балдёж. 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 На! 2400. Ой, 2410. А сколько он поставил? 10 долларов профит, блядь. Балдёж. Ну, это неплохо. Пизда. Ну, это неплохо. Ну, Сань, не так страшно. Ну, хотя бы в плюсе, слышь. Плюс 800 рублей, дядя. Это не минус 100. Это не минус 100. Слушай, если бы мы так не сделали, все бы остановились на полторушке, блядь, и перестали играть. Но мы думали до двух точно бы побороться. А у нас типа осталось 5900 всего, мы можем... Да, да. Сколько коктейнеров, блядь? Ну, это был 10-й коктейнер сейчас. А сколько всего? О, еще дохуя 10 штук, сука. О, ёй, дохуя. Давай ускоряемся, давай. Давайте ускоряемся. Мне еще нужно с модерами свеча поговорить. Ваня, а что ты спрашивал, пойду ли я куда-то? Есть предложение? Опа! Да. Так, ребят. Напиши мне. Давай, давай сходу, давай не думай. Давай. Погоди, погоди, я еще давай. Не сказал. Да. Даю 5000 баксов. Да завали бал, Наташа, блядь. Эти вещи на аукцион выставила дочь старого винодела. После его смерти никто не продолжил его дело. 6000. Драгоценные вещи стали хлам. Он жил своим делом, посвятил ему всю жизнь. 7000. Все, мы въебали. Она реально ставит 7000? 8000. Нас нет 8000. Нет, она просто... Или она просто цифры говорит какие-то по приколу. Я ее пока замутил. Хорошо, так, спасибо. А, ребят, давай сходу. Ну, давайте шаг сходу. Давай да. сходу да, давай. Сходу. Шаг 300. 300 долларов раз. 300 1000. Долларов. Сколько шаг? 1000 долларов раз 100. Полторы. Нет, забей. 1500 сколько, раз. Сколько шаг? 5000 у нас, шаг? Марк. Давай не будем. А, мне кажется, это дорого. Шаг какой? Шаг какой? Шаг 100. Я же вам говорю, 1600. Вы не слушаете. 1600. Давайте, раз. Давайте две. Полторы! 2002. Ты что, тупой? 2003 продано. Я поставил. Ой, блядь! Ну так, блядь, сука, вы пиздите, долбоёбы ебаны. Всё, за две нахуй. 1700. 1700 продано. Ты тупой дебил, блядь. 2000 нахуй стоит. Я выиграл полторы. Ром, в этом ты и прикол, чтобы успевали, понимаешь? Так они не успели нихуя, всё. Ну да, я и говорю. Они меня слышат, нет вообще, блядь? Нахуй. Давай, за двушку урвали. Охуеть. Да, да, не успел Гвин, я уже сказал про. Одна бутылка за, блядь, за... А кто урвал? Ну там перебили Гвина. Вадя. Давай, за 2000, одну бутылку. Чё? Охуеть, меня никто не слышит, что ли? Ты долбоёб! Да ты говорят, тупой! Говорят, 2000, да, 700, полторы, блядь, я охуел! Да, злой. Ты, он сказал две, ты такой полторы. Понятно, блядь, а что все. Ты еще будешь говорить? Гвин говорит, 2300, 1700. Братан, за сколько купили по итогу? За 2000. Там сейчас 5 озер. Давай. Это самая лучшая покупка. Не понял. Вот одна бутылка. Это дорого. Я так это и думал. Дорого, одна сука. Бутылка, давай. Это дорого, блядь. 2600. На. Ну, нормально. Блядь. Ну, красава, Вань. Блядь, выпьем. Я 2300 хотел купить. Плюс 600. Я бутылочку забрал. Вать, выпьешь, не выкидывай. Распилим. Там мы на всех распилим. Крымское вино. Так, хорошо. Давайте следующий. А, так. Контейнер фаната НАСА. Контейнер фаната НАСА, который пытался перевезти свои вещи в новый дом из-за неоплаты перевозки, контейнер был отобран и выставлен на аукцион. Угу. Пизда. Опять это ёбаная ширма, это пизда. Это пизда. Там ещё... Что думаете, ну расходитесь, да. Так, ну давай злой информативно скажи одно слово, чтобы я пошел дальше. Я думаю, что эта хуйня не стоит больше тысячи, потому что тут ничего нет. Даже эта ширма ебаная, которая скрывает что-то либо. Вряд ли она скрывает космонавта или ракету, блядь. Ну это же какая-то фанатская хуйня, правильно? Это да, да. Это фанатская хуйня. Прочитай еще раз задание, Йосип. Слушать надо было, я вас услышал, давайте. То... Так, ребят, что вы думаете? Короче, мы хотим за это побороться. В принципе, это прикольный лот. 7000! Блядь, нет. Не слушай. Там плакат Путина. Короче, он, в принципе, прикольный. Здесь может быть что-то интересное. Я не верю, что это может быть дешево. Ну, то есть, типа... А мы можем... Сколько у нас баланс? Мы можем сколько максимум потратить? Сейчас скажу, сколько у нас баланс. У нас баланс 5500.
А где все деньги? Как и меня онлайн уже нахуй час, блять. А где все деньги? Это же... Так она в стату пойдет, блять. В смысле? Не расстраивайся. В прямом смысле пойдет в стату. Ну, в смысле, у тебя не обновляется? Подожди, дай я гляну. Не, она не обновляется. А ты смотрел? Она вообще не обновляется. Подожди. Подожди. Так, никнейм. Ебать, у меня сейчас ком взорвется. У тебя авторизированных только 14 тысяч. Ну, я знаю. А тебе, мне кажется, слушай, мне кажется, кто-то скрутил прям как будто. Ну, вот это я не знаю, блядь. У тебя 14 тысяч авторизированных, то есть у тебя 1016 точно есть. Охуеть. Может, даже 17. Хорошо, ребят, что вы думаете? Мы, короче, мы хотим побороться, но сумму мы еще не обсудили. То есть это типа пиздец, какая рандомная хуйня. Типа это же, ну, такие вещи типа, могут максимально дорого стоить. Так что пока мы еще не обсудили. Окей. Да, мы скажем на общем. Так, ребят. Короче, мы сетуем за то, что быстрее тема шла, потому что мне нужно съебываться через уже 40 минут. Поэтому 1600 ставим сходу, байтим всем на апдейт. За ширмой, скорее всего, какая-то херня дешевая стоит, либо супер дорогая кастомная, потому что типа фанат. Но, скорее всего, это супер дешевый контейнер, потому что сели контейнеры стоили нормально денег. Поэтому 1600 сходу и пытаемся байтить Марка на нормальную сделку. Все. Окей, окей. Пошли, Сань. Алло. 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 Здорово. 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 Короче, у нас есть теория. Это фанат же, правильно, космонавт? Mm-hmm. Смотри, есть теория, что там скафандр. А скафандры, типа, пиздец какие дорогие. Настоящие, либо реплика хорошая. Ну, типа, пиздец в том, что у нас 5К осталось, и мы, типа, не думаем, тот ли это контейнер, за который мы бы прям так хотели бороться. Потому что, ну, не факт, что это у него оригинал костюма, и если там скафандр. Но если короче, это оригинал, то это пиздец как дорого. Смотри, мне кажется, ну, зная Гвина, он меня забайтил, типа, в прошлый раз. Мне кажется, он сейчас за этот контейнер будет бороться. Я хочу забайтить, ебать. Я скажу 1500, блядь, и пусть дальше ебаш. Мне кажется, за ширмой какая-то хуйня дешевая. Ты прям первый хочешь сказать? Они да, могут я никто первый не выкрикнул. Они могут никто не... Не, этот байт сработает на Наташу какую-нибудь, блядь, или на кореша. Со злым. Окей, окей, я вас услышал, ребят. Типа пиздаем. А вдруг они не среагируют, вдруг они все придут к выводу, что это дешево. Не-не-не, ну я думаю, то за ширмой будет, блядь, ебучий этот скафандр. И давайте собираемся, ребят, такое. Давай. Алло. 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 Так, давай, сейчас. Макрис. Алло, ребят, заходите. Хорошо. Так, ребят, смотрите, у нас. Так, Наташа, только ничего не говори, хорошо? Да, конечно. У нас $100 начальная цена, и шаг у нас также $100. 1800! 2000. $2000 раз. 200! 200 долларов раз. 200 долларов два. Сань, рискуем! 2600! 2600 раз. Похуй, Сань. 2602. 2603. Продано, ебать. Сань, убираем ширму, Сань. Мне просто $100 тебе бесит. Если ширму, там будет скафандр космонавта, я охуею. Нет, ну его не будет, типа это... Еще раз говорю, смотри. Но шансы есть, братан. Нету шансов. Бляди! Типа... Шансы есть. Я типа, с Ромой да. Когда говорил, я ему сказал, говорю, ты можешь сделать что-то такое, типа, очень дорогое, возможно... Да, не, не думаю. Ну давай, убираем. Скафандр пиздец, какой дорогой. Плюс 10 тысяч. Ребят, проблема в том, что вы пиздите во время этого, ну, контейнер фаната НАСА. Во время истории никто не слышит историю, давайте будем открывать. Вот тебе фанат НАСА, блядь. Да это фанат НАСА, блядь. Блядь. А кто дал 2600? Вавилон, Вавилон дал. Все, вы поймете, что на такую хуйню нарвались. Нет, там 2000 отдал. Вы сейчас на такую хуйню нарвались. Марк, я тебе говорила, что у фанатов не будет ничего такого. Сань, мы сейчас будем, блядь, мы сейчас будем... Да, там были мысли, что это фанат, значит, там дешево будет. Бля, ебать. Так я это сказал, блядь. Просто я думал, они купят, блядь, дороже, блядь. Не-не, Гвин, мы тоже обсуждали, что мы вспомнили, что это фанат. Вряд ли там, типа, у него оригинальный костюм будет или что-то типа того. Да, я еще не переспросил, это фанат или... Да почему у фаната могут быть всякие дорогие шмотки, лимитированные. У твоих фанатов есть дорогие шмотки? Так, ребят, спортзал. Контейнер тренажеров для спортзала был выставлен на аукцион из-за долгого хранения на складе в порту. Ёбнуть. Веб-кавилон лагает. Вадим, ты можешь произвести? Да, у него пиздец лагает. А у меня не лагает, у меня все нормально. Лучше? Нет, перезвести конкретно Веробай. У меня не лагает. Нормально? Да, только ты куда-то улетел, блядь, вместо кого-то.
вместо вишни. Детка, ты же знаешь. А если я стрим перезапущу, эта хуйня пофиксится или нет? Кто знает? С онлайн? Да. Не знаю, брат. А ты можешь, ты думаешь, статья будет 5000? Да, конечно. Почему нет? Нет, ну и похуй. Ладно, давайте, ребят. Историю услышали все? А, все уже разошлись. Нет, ты не говорил историю, Алё. Я говорил историю, Алё. Говорил. Все, Злой, ты второй раз пойдем. Прослушал, давай, пошел. А у меня Злой залагал тоже, походу. Алё. А, нет, не залагал. Что вы думаете? У вас 4000 долларов осталось. Хотите за него бороться? Ну, сколько вот эта хуйня может стоить? Ну, беговая дорожка. Ну, баксов 300, да? Бля, не, мне кажется, надо, знаешь, что делать? Надо, пускай, еще одну хуяк, еще контейнеров 10, да? Ну, примерно. Так у нас не хватит, я думаю, бабок, чтобы люди покупали. Я думаю, типа, нам нужно пофкшить немного. Пускай они, блядь, потратятся. Будем хорошо бороться за эту хуйню? Злой. Злой! Я говорю, что мы АФК, наверное. Да, ну, да, я понял. Хорошо, а, ребят, что вы думаете? Ром, меня нормально слышно? Да. Мы не знаем, это может быть байт на лоха, а может быть нет. То есть, в принципе, беговая дорожка, она может как дешево, так и хорошая есть. Велотренажер, там турник, и еще что-то торчит снизу, справа, около гирьки. Mm. Вот. Ну, короче, да. не знаю. Ну, может, ну, 1500, мне кажется, 2 это может точно стоить. Не знаю, сейчас, короче, посмотрим, что. Бля, у меня коротнул или наушники, я вас хуёво слышу теперь. Так, хорошо. Mm-hmm. Я тогда зайду к Гвину, да, сейчас. Угу, давай. Гвин, а я вам списал же деньги, правда, да, запрос? 13... Ну, да. У нас 13 400. Потому что, блядь, сука, так чат бесит. Один долбеб написал, трое подхватило, блядь, просто. Уёбище. Пересчитайте, ребята, еще раз, кенты. Короче, мы двушку сходу ставим и пытаемся байдить, потому что, скорее всего, эта херня копейки стоит. Гвин, спеши деньги, давай, нахуй, в пермач, уёбище ебаное, блядь. Подхватывай в другом канале хуйню. Просто, блядь, кент смешной, пиздец. Так, что, Гвин, извини. Ну, короче, я говорю, что это, скорее всего, наебка для уёбка. Мы двушку поставим, чтобы байтили, чтобы покупали всю эту хуйню. Ну, добайтился же в прошлый раз, Гвин. Ну, дядька перебайтился. А сейчас не перебайтишься? Я надеюсь, нет. Ну, ладно, посмотрим. Давай, пошли, Сань. Просто молчать там, Сань. Алло. Алло. Короче, смотри, все просто. FitLogic я нашел сейчас в интернете. Стоит 36 гривен. FitX 15. Ладно, я шучу. Короче, ну ладно, я не шучу. Короче, до 3000 мы хотим побороться. Это точно. Но я надеюсь, вы реально не искали ничего в интернете. Конечно, не искали. Не, он шутит просто. Ну, конечно. Заходите в комнату. Это стоит миллиард денег, блядь. А сколько контейнеров еще? Еще дохуя контейнеров. Но мы можем перенести на другой раз, если... Не-не-не, сколько контейнеров все равно? Ну смотри, это у нас спортзал, это 13, ну еще осталось 9. А где Вадя? Вот тут. Все тут. Я вырубаю, вылетел. А, да. Че, блядь, за хуйня? Сейчас зайду. Охуели, блядь, меня кикнули, сука. Ура! Это я, Вадь, все нормально. Я тупо. Это за то, что я, блядь, цены загуглил. Да, дядь. Ах ты гадость, блядь. Вадь, напиши мне было, сколько на гугле, дядь, расскажи. Смотри, короче, беговая дорожка 36 тысяч гривен. Это 1300-1400. Короче, ребят, стартовая цена $200. Шаг у нас 100. Да, блядь, куда ты так цену ловишь? Ты можешь зайти, пожалуйста, сначала вырубай? Да подожди, я захожу! Пиздец. Ну, почему ты уже ставишь, если ты еще не зашел даже? Так а какая хуй разница? Бля... А где ты ссылку кидал? А сколько он поставил? 2500. Сколько? Сколько ты поставил? 2500 он поставил. А, ну окей. А ты заходишь? У них всего 5500 денег, они 2500 ставят, блядь. Да похуй, блядь. Мы можем себе позволить, блядь. Ага, еще 10 контейнеров, ну да, блядь. Впереди. Мы говорим 2500, Ром, отчет. Секундочку, пожалуйста. Давай. Я а пускал, какой шаг? Ну, короче, стартовая мы цена, все, заново. Стартовая цена $100, шаг 200. 2000. 2200. 2200 раз, вишенка 2202. 2500, суки! 2500 раз. Мои гантели, блядь! 2700 злой раз, 2700 злой два, 2700 злой три продано. Блядь, тебе понадобится. Смотрите, это я когда хотел забайтить всех на покупку. Беговая дорожка, 1000 долларов. Короче, 1500 и...
Короче, 2500. Да она дешевая же. Да это, блин, так, хорошо, беговая дорожка, 200, нахуй. Да. Беговая дорожка, $1000. А велосипед нихуя не стоит. Это тоже нихуя не стоит, блядь. Секунду. А все, блядь, если крышки. А, стоп. Уебище. Да завали ебал, нахуй, ноль, все, у тебя нет денег, блядь. Эй, уебище. Ну, примерно, как я говорил. Ебаный рот. Не, там ебнутый минус, забей. Злой, зато накачаешься жестко. Марк, я говорила 1500. Пригодится. Да. Ром, спасибо, что перерестартил. 2500. Блядь, я ебал, нахуй. Блядь, я просто смотрю за корешем, понимаю, какой же ты терпила, братан. Скажи злому, что он ебалан, блядь. Заткнись нахуй, ёсы. Не, кореш реально сидит терпит. А кореш в курсе, что он замучен в Дискорде, блядь? Злой, он просто понимает. Нет, это шутка, блядь. Он просто любит жизнь, всё, ему похуй. Go next, давай next. Не, дядь, у вас 1300 осталось, это вообще забей. Ебать, все, садись. Консультант, блядь, магазин. Заметил, блядь, свои. Я в этом шарю. Роме, дайте рассказать. Автосервис, содержание. Да забей, рассказывайте им, кто остался. Похуй на них, они уже съебались. Автосервис, содержание данного контейнера было предназначено для нового автосервиса в городе, но из-за потери документов на контейнер было решено выставить его на аукцион. Ну, кореш со злым могут не свещаться, у них всего 1300, блядь. А, чат, смотрите, модер сейчас делает опрос. Давайте на свещение, блядь. А, модер, сделай, пожалуйста, опрос и тыкните просто все вопросы, кому не сложно. Блядь. Злой, да. Мы 1300 ставим. Серьезно? Да. Ва-банк, похуй. Хорошо. Похуй. Хорошо, я вас услышал. 800, 1200, 1400. Я все услышал, Макривский, я к тебе зашел, подслушал, что ты новый автосервис и потеряли документы. Я еще сожалею о потере документов. Я перебывался сейчас на зимку, у меня дохуя денег ушло, блядь, на резину, короче. Резина стоит минимум здесь 150-200. Чат, проголосуйте вопросы все. Ебать. Это, скорее всего, зима, нахуй, стоит по $200 колесо, ебано в рот, нахуй. Получается 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ебать. Подъемник, нахуй, это тоже до пизды денег стоит. Короче, 800, я думаю, эта штучка спокойно, блядь, до 3 доходит, блядь. Вот. Давай трёху сразу. С трёху сразу сходу лупасим, Саня, нам поебать, Саня. Мы dead inside. Хорошо. Да, все, мы dead inside. Тебе хорошо. А, так, ребят. Короче, смотри. Я помешал, блядь. Да, ты нам помешал, мы тут уже делами занимались. Короче, смотри, мы нихуя не знаем в плане этого, блядь, потому что тут сидит продавец-консультант магазина, блядь, ремонтных работ, блядь, автосервиса, вон, блядь, Тархун. Поэтому он, в принципе, цены знает до рубля, блядь, он сейчас будет в рублях их называть. Короче, мы будем отталкиваться от этого бугая, и потом примерно накидывать. Но, скорее всего, мы этот лот будем отдавать, потому что, ну, тут пиздец, как все спорно. Типа тут, как все может стоить дорого? Хотя, скорее всего, тут все стоит дорого, да? О, стоп! Не а знаю. Это не... Стоп! А, знаешь, на что вот эти, короче, диски похожи? Как у Мерседеса. Вот у Мерседеса такие же диски есть, охуенные. У Акулы были, которые спалил, короче, Литвин. У нее такие же были. Бля, прикинь, если это они, охуеть. Они у нас стоят они по 60 дорогие? Тысяч. По 60 тысяч гривен они у нас стоят. Но это не они, там типа, там значка Мерседеса нет. Так, короче, хорошо, я вас слушаю. Там, по-моему, Kia написано. Да, Kia. Алло. Ром, это ж такая хуйня дешевая. Тут самое дорогое, это вот это вот залупа, кран красный, блядь. Угу. То есть вы не будете играть? Ну смотри, не, мы попушим, но смотри. Типа, диски максимум 50 тысяч, резина, летняя зима, я хуй знает, ну 1020, блядь. Тут, блядь, что, я правильно же понимаю, слева красная хуйня лежит. Это чтобы давление в шинах мерить, накачивать шины. И там щипцы есть, чтобы прикурить машину и что. И желтая хуйня тоже с прикуривателем, я вижу. Кусачками. Ну, мне кажется, 1200 тут есть точно. Ну, типа, блядь, ну максимум 1500, я думаю, это стоит. Ты думаешь? Без крана, типа, кран я вообще не ебу, сколько он стоит. Ты хорошо. Ты же говорил, что диски 50к. Ну. Окей, я вас понял, так, секунду, замучусь. Чат, чтобы вы понимали, онлайн 5800 дали голос 7000 человек уже. Все равно не все голосуют. Вы должны понимать, что очень огромный процент не голосует, у многих нет опроса. Поэтому, блядь, такая залупа, нахуй. Ну, это тильтует немного, реально. Думаешь, так, пойдемте, ребят, наверх. Ребят, спускайтесь вниз. А вот к остальным был, да. Пошел нахуй, ёбище, блядь. Злой! Ребят, дайте Артуру лот. Как обсудили? Охуел совсем, блядь!
А в доме кикнуло. Привет, Жож. Жож, заебал. Пошел нахуй отсюда. Я его к Пчелкину отправил, пусть развлекается. А кто что стримит? Да. Жож, сейчас довыебаешься, я тебя в конфу отправлю. Че, охуел, блядь? Бля, Жож, заебал. Сейчас, подожди, я его сейчас в нормальную конфу, где запрещенку говорят, скину. Алло, фрити флаг. Ну не мешай стрим, блядь. Так, ребят. Так, я к фортнайтерам сейчас ему кину. Ему сразу. Все тут? Да, давай, давай, давай. Хуярь. Будь здоров. Так, хорошо, ребят. Стартовая цена этого контейнера $200, шаг 100. 1500. 1300. Злой, сука, тут не... $1500 раз. 1300, ты глухой, блядь? Ты ебанат, сука, 1300, ты меньше, чем 1500. 1300, посчитаем, ну, минус, нахуй. Хорошо, 1500, хорошо. 1500 раз. 1500, два. 1700. 1700 раз. 1800. 1300, я кому объясняю? 2000. 2000 раз. 200. Юзик. Стоп, стоп, стоп. 200 раз. 202. 203, продано. Продано. Короче, смотри. Знаешь, что я тебе скажу? Не переживай. Ты купишь типа Мерс, и у тебя, он, видишь, охуенные будут диски. Поэтому не расстраивайся, если это мало будет стоить. У меня нету Мерса. Это диски как на Акуле, короче. Один в один. 200 было, если, кстати, это они, но это, скорее всего, не они. Они могут, они стоят по 60 тысяч гривен один. Дядь, ну они могут... Колеса, в принципе, до хера стоят, дядь. Они могут стоить по 2000 долларов. Там сейчас это может быть плюс 10 тысяч. Ого. 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 Как, блядь, что, 35? Я за 35 тебе сам готов колеса покупать, алё, нахуй. Че ты запиздёшь, блядь, по 35 баксов за колесо? Бля, такое дешманское всё, пиздец. А как такое может быть все дешевое? Хорошо, что ими не купили. Я говоришь. Готов сам покупать тебе за 35 баксов колеса, это пиздо какое-то, блядь. Видишь, как хорошо, что я не поддался на провокации. На провокации, у тебя денег нет. Ты уже готов за 1300 был взять. И это был проигран. Йосипы, конечно. Соня, как а кто такие Йосипы? Марк, как они, Марк, да. А сколько ты отдал? Сколько ты отдал? Не может быть такие колеса. За что? Я за 35 готов. А сколько ты отдал? Ну, вообще договаривались до 1500. До 1500 максимум. Ну, типа, я не знал, что это за кран красный. Я не знаю, что это за хуйня. Я не знаю, это как будто бы ушное все, типа. Я просто не знаю, как это может так работать. Нет, это не ушное, я скину. Где колеса по 35 баксов, дядь? Скинь мне, пожалуйста. Я их 10 штук закуплю себе, блядь. Тольятти, Квин, приезжай. А нахуй тебе надо? Так чтобы были, я их перепродам потом по сотке, дядь, ты же гонишь, блядь. БУшка, сука, стоит полтинник, блядь. Текст видно на спине? Да нихуя не видно, все сядь, блядь, Марк, нахуй. Читай, прочитай. Коколё, коколё. Прочитай. На моей шее создана твоя шея. Ой, Егор Крид! Контейнер бывшего военного был отобран по подозрениям в нелегальном хранении оружия. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, оружия там нет? Осуждать не будем, осуждать не надо. Блядь, за... Нет, все, не гори, ребята, это... Кого контейнер? Все это шутки, это все шутки. Да. Че, это контейнер военного, правильно? Ты объяснишь нормально сейчас, или я объясню тебе? Ты уебище, нахуй, слушать научишься, блядь, буду объяснять нормально. Нам похуй, дай просто сходу, блядь, Сань, 1900 и поебать, Сань, похуй. Саня, мы живем с тобой один раз, Саня, один раз, не говорится, туда-сюда. А за что в этой 1900 тут, ребят? Просто по приколу, блядь. Ну смотри, если по факту, разгрузка стоит копейки, рюкзак стоит копейки, First Aid Pack стоит копейки, мотороловская рация стоит, ну, баксов 250, фонарик стоит еще, хуйня, блядь, это все тут. Просто фул хуйня, копейки стоит, блядь. Поэтому, а я по приколу вкину, чтобы они подумали, что ебать, ну если военные, значит куча ты денег. Ты только там... дальше не играй, Сань. Да хорошо, оно не будет думать, что типа там за коробками какой-то автомат лежит, они же такие. Того, ебанько раздай патроны, блядь. Так что давай, все, 1900 сходу, блядь, въебываем, блядь, или okay. Кину, дядя. Окей, okay. Так, ребят, что? Рома, смотри, можно воспользоваться Counter-Strike меню? Да. Смотри, броник. 650. Аптечка 200. Где ты, блядь, аптечку видела, нахуй? Ты в КС играла, блядь, когда последний раз? Аптечки там нет, блядь. Аптечка вон, в контейнере. Короче, смотри. Так, вот это будем, грубо говоря, думать, что это киты. Короче, смотри, мы будем бороться до $2000. Окей, я вас слышал. Но мы надеемся, что там вдруг там АК-47 справа. Так, и тогда мы палим города. Так, алло, ребят. Да. Да. Но самое дорогое тут, если ничего такого нету за коробками, это броник. Рация. Ну, смотри, рация, если военная, она пиздец дорого может. Есть же спутниковые рации, правильно? Ну, да, в мире ли существует? Да, 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 да.
Ну, говорил, это военная раз. Ну, это обычная, типа, а военная может пиздец как дорого стоить. Ну, нет. Рома, ну, мы осуждаем же оружие? Ну, это, блядь, все игра, это не настоящее оружие, ребят. А, если так он так что... базарит, значит, там может быть оружие, ну, Анечка. Там, я говорю, за если там есть. Может быть оружие. Если есть только. Ты уже заранее осудил, спасибо за подсказку, Ромочка, блядь. Марк, я тебе открою секрет, я не видел, что в этом контейнере. То есть у меня только пишется описание и его цены. Ладно, брат, спасибо. Все, я понял, мы олыним. Давай. Давай. Проституцию часто называют древнейшей профессией. Саня, отлично, Сань. Вы хороший, Сань. Спасибо за информацию, Сань. Так, ребят, ну, заходите в комнату. Заходите в комнату. Да. Алло. Не дадите купить, я обижусь. Ребят, $100. Короче, если там АВП 4750, я охуею. Ок. $100, шаг также $100. 1300. 1300. Все тут, 1900. Иди нахуй. 1900 раз. 1900 долларов. Шаг какой? 2000. 2000 раз. Шаг 100. 200 он сказал. 1300. 200 раз. 202. 2200. 2200 раз. Давай 2300. 2300 раз. 2500. Сань, стоп. Не, Сань, Сань. Кто сказал 2500? Кто сказал 2500? Марк сказал 2500. Нет, это не я. Кореш сказал. Он не говорил, сколько денег, блядь. Ты не говорил. Блядь, вы, ребят, вы сбиваете нахуй. Да кореш сказал 2500. Ну, я понимаю, они сбивают, но нет у них таких денег. Ты пойми, у меня нет денег, что мне делать? Просто сиди, блядь. Я, ну, типа, понимаете, я забыл, кто поставил 2300 уже. Я поставил. 2300. Вадя поставил. 2300 Эвелон раз. 2300 Эвелон раз, два, 2300 Эвелон три, продано. Так, броник 650, и там АВП за 4750. А где ты броник тут видишь, дядя? Ну вот, типа... Это разгрузка, дядь. Так, кстати, все. Так мы въебали. Марка, почему ты смеешься, ты сам назвал это броником, блядь? Это Аня назвала, а не я. Да, я думал, это броник, блядь. Да не, я сейчас въебусь, и просто за коробками оружие будет. Нет, там АВП. Бля, бинокль дорогой может быть очень. $21. Сань! Ну, Сань! Стоп! Это в магазине игрушек? Да! Смешные цены. Так, ну и перчатки, наверное, тоже из CSGO там самые дорогие. $1000, блядь. Слушай! Ну неплохо, неплохо. Мой дешевый контейнер. Блядь, надо было Марку отдавать его. No, homie. Ну ладно. Слушай, Ром, ну блин, да, не так плохо, как я думал. Не так плохо, да, согласен. Давай next, давай next, давай next. Броник 600. Да, хорошая покупка, Вадь. Спасибо. Все, мои 200, которые остались, они мои, понял? Когда-то это была огромная музыкальная студия, но из-за конфликта интереса владельцев она постепенно начала распродаваться. Владельцы были вынуждены выставить все на аукцион. Вопрос, кейс там внутри учитывается его, что-то лежит или нет? А что-что? Там кейс учитывается, что внутри лежит, или это просто кейс? Это кейс. Все, просто кейс. Ну, всё, может, с чем-то. Сами. Так, погоди, а что 3200 пишут? Было сколько? Вадим, у вас сколько было? 5? А, 3200. 5500 было, да, сори. Так же он нами косарь скосил, кстати. Не пизди, уебище. Можете разойтись по комнатам, пожалуйста? Не, ну меня кинули. Так, злой кореш, что будет? Можно купить еще, нет? Ну, не знаю. Денег у всех становится меньше и меньше. Что будете? Вы готовы что-то отдать за этот контейнер? Да, я хочу за этот 1300 взять. Они даже не знают, что слева зум, который стоит, блядь, может стоить 1000 баксов, блядь. Не, этот зум стоит, блядь, баксов 20-30. Какой зум? Ну вот. Не, ну сколько? Он 4000 рублей, по-моему, стоит. Ну, рекордер, блядь, слева. Хорошо. Ну, я так понял, вы улыните постоянно, 1300, да? 1300, да. Хорошо. А что еще делать, я нахуй? Окей. Но... Так, ребят. Это зум, Сань. Я недавно хотел купить, он 30к стоит, дядь. Ну, короче, говорит, давай забайтим, давай 1900 стартуем сходу, а дальше бампим. Нет, до трешки. Если ты хочешь забайтить, надо сразу треху говорить, чтобы он сразу поставил. Не, дядь, они секунды, пиздец, Сань. Ну там, блядь, Сань, там... У них, понимаешь, у них мышление, блядь, тупо. Вот я уверен, что, блядь, они все, как я сказал, и думали про... Давай двушку тогда. Давай двушку и начинаем до 2900 апать. Лупим. Окей, и дальше думаем. Давай. Давай.
Да, кстати. Так, что, что вы будете делать? У вас 3200 долларов. Ну, осталось. Деньги мои. Мои деньги. Ну, не знаю, типа, подождем пока, мы не будем бороться. Деньги я не буду мои. Бороться. Мои деньги, да, да я мы, не буду бороться. Мы сейчас 3200 просто поставим. Я не буду. Я не буду бороться. Она не будет, я поставлю 3200. Нет, он не поставит, нет, нет, нет. Решаю да. тут я. Сейчас прям 3200 с самого начала нет, там. Нет, ты ничего не ставишь. Скажи нет. прям, скажи, что, что этот кейс стоит 3200, мы его купим. Нет. Чат, нажмите F5, покупаем, пожалуйста, все, нажмите F5, кто только может. Турель. Кто только может, нажмите F5. Понял. Мои же приемы. Кому не сложно, нажмите F5. По факту. Окей, ребята, я вас услышал. Хорошо, спасибо, что ты нас услышал. Не за что. Да. Так, кому еще не заходил? Я всем заходил уже? Да похуй. А. Алло, алло, ребят, что думаете? Короче, делать, Ром, у вас ситуация вообще... очень хорошая, неплохая. Да, то хотел сказать, но мы смотри, просто, да. параллельно нам Гвин и Джоэн, сука, подушивают у них, потому что есть бабки. Не, смотри. Они просто у них деньги есть, они только так могут. Да, типа, а смотри, так-то нет. Ситуация следующая. Я склоняюсь то, что это студия звукозаписи, а я недавно смотрел Моргенштерна и Славу Мерлоу интервью, блядь, и звуковое оборудование, оно дорогое, то есть, в теории, за коробкой могут быть эквалайзеры, там, за $1000, блядь, дрампады ёбнутые, колонки какие-то ну, ебанутые. Не факт. Может, и вообще ничего не будет, Марк. Да? Да. Ну, типа, бля, ну я попушу, типа, где-то до 200-2300. Я, типа, первую цену сейчас въебу, чтобы забайтить кентов. И дальше посмотрим, если будут они давать или нет. Хорошо, хорошо, я понял. Давайте идемте в комнату все. Да. Ребят, спускайтесь в комнату. Да, сейчас мы спускаемся. Ой. А, так, все тут есть? Да. Да. Ну, лот хуйня. Хорошо, 1100 ставлю. Ну, вы можете послушать, я еще не поставил стартовую цену. Так, ребят, стартовая цена также $100 у нас и шаг 100. 1500. 1500, вишенка, раз. Блядь, 1900. 2000. Иди нахуй просто, АФК, блядь. 200 джойн раз. Иди нахуй! Злой, завали ебало нахуй! 200 джойн раз. 200 джойн 2200 кинцуха раз. Блядь, 2300 джойн раз. Молчи, похуй, пусть забирает. 2400. 2400 кинцуха раз. Джоэн. 2400 кинцуха 2. 2500 гвин раз. 2600. 2600 гинцуха раз. 2600 гинцуха. Спасибо за игру. Давай, Саня, давай. Спасибо за игру, ребят. Да, конечно. Гинцуха 3 проданы, гинцухи за 2600. Фиксирую за коробками эквалайзер за $2000 минимум, блядь. А да. Чё ты, Таня, ставил двоечник, блядь? Я очкую, потому что может не быть. Тут 50 на 50, блядь. Маршал, блядь, там наушники, вы посмотрите. Они стоят 15 тысяч, блядь. Класс, 10 тысяч. 15 тысяч стоят. Так, хорошо, давайте тогда оценивать. Сколько ты поставила? 2600? 2600, да, кстати, у вас осталось... Сука, я сказал! Блядь! То? А, это не то. Стой. А что там сказал, блядь? Кто сказал-то? Ну, блядь, я думал, там эквалайзер. Какой эти игры? Молодец, Саня, молодец. Провода вставляю. Гений. Хорошо. Поздравляю. Поздравляю с покупкой. Саня, это было гениально, Саня. Мак, я тебе говорила, 1000 баксов, не больше. Нам нет смысла играть на 600, типа. Да? Ну почему у нас сейчас... А еще есть контейнеры. А, ну нет, типа, что все равно больше, чем 600. Так, Вадя, смотри, мы еще будем торговаться, у нас тоже бабки идут, мы все на одной сумме будем по итогу. Да, Сухо, ты лучше. Я тебе это говорил? Сколько контейнеров еще? Я только сейчас понял, что скоро Гвин будет все покупать по $1000, просто окупаться на каждом контейнере. Да, да, да. Охуеть. Это гвиниально. Это был 16-й контейнер. Это гвиниально. А сколько еще? 6. Давай, мы ускоримся, то мы... Детские товары, ребят. Несколько лет назад на окраине города был небольшой детский магазин, это был семейный бизнес, все шло хорошо, но после трагедии в семье владельцы решили его закрыть. Некоторые вещи они отдали в детдом и нуждающиеся семьям, остальные выставили. Давайте только побыстрее, ребят, Сань, пошли быстрее. Обсуждать будете, да? Ну да, да. Мы нет, мы ставим 600. Да что тут обсуждать? Ну вам нечего обсуждать, тогда, блядь, сидите, другие команды хотят обсуждать. Мы 700 ставим. Это же ваша проблема, что вы так проебались. Так, алло, ребят. Настольный футбол может быть достаточно дорогой. Настольный футбол и Лего, вот этот Хогвартс или что, он большой, он дорого стоит. Хотя, блядь, настольный футбол, типа Evolution, я не знаю даже какую фирму.
Короче, блядь, ну детское, по сути, все дорогое, ну, типа, ну, максимум. Да я не, пишу, рюкзаки да. дешевые, ну, авокадин. 1500. Авокадинка дешевая, велосипед детский тоже недорогой. Вот Лего тут стоит 1030, вот этот вот набор. А, не единственный наш соперник, это Гвин, блядь, с Джойном, сука. Они да реально не, будут не, покупать здесь по 1000, потом и да. будут пиздец, ну, типа, как окупаться. Да, короче, это Лего дорогое и футбол. Ну, мы да. поиграем. Ну ладно, да, мы посмотрим сейчас, как они дадут. Окей. Есть. Так, ребят, у вас что? Какой план? Короче, есть? Это супер дешевая хуйня, которая даже 1000 баксов не стоит. Тут самое дорогое — это Лего, которое стоит 150 долларов, Гарри Поттер, блядь. Типа, остальное все копейки стоит ебучие. Поэтому мы будем просто идти и бампить цену до 600, чтобы откисла генсуха. Потом, скорее всего, хоть один контейнер захочет купить зло, и дальше мы будем остальные 5 контейнеров лупиться чисто с Марком. Вот такая история. Хорошо, я вас услышал. Давайте, спускайтесь в комнату. Ребят, бля, поднимайтесь в комнату, я... поднимайтесь в комнату. Окей. А чат, знаете, что они не заметили? Квадрокоптер, да, квадрокоптер никто не заметил. Мы 700, похуй. Так, алло, ребят. Пизда. Да. Гуляй, стартовая цена 200 долларов, шаг у нас 200 О, долларов. 600. 600 долларов раз. А 800. Дайте нам по приколу. Ну дайте нам по приколу. 600 долларов, сколько? Ничего. Ну дайте по приколу, 600 реально. Долларов раз. 700. 700 ну, долларов блядь, раз. Какой... Шаг 200. Шаг 200. Уебан. Какой ты уебан. А, шаг 200, дай нам, шаг 200, ну дай нам 600, алло. Просто для прикола. Шаг 200, блядь. 600 реально, долларов раз. Реально, дайте по приколу. 600 нам. 600 долларов 2. 800, долбоёб! 800 долларов раз. Ты уебище, ты нахуй запомнишь, что шаг 200 это не плюс 100, блядь. И говори нахуй внятно. 800 долларов ну? раз. Гвин, 800 долларов 2. 1000 долларов всё. Раз. Сати хуй, блядь. 1000 долларов. 1200. Всё, Саня. 1200 долларов раз. А пускай 1200 сам покупает. 1200 долларов 2. Залупу 1200 долларов 3 продано. Там Лего дорогое. Да, ребят, что нас стоит, блядь. Ребят, Лего. Да, нас на всякий случай хотел такое уточнение сделать. Так, кстати, у Злова 100 долларов, да? Там же этот... Вы не заметили случайно одну вещицу на этом? Квадрокоптер? Квадрокоптер! Где? Ронин, блядь! Диджей, нахуй! Да это, скорее всего, дешевый квадрокоптер. Почему в детском магазине 50 квадрокоптер стоит? О, нихуя! О, ну, типа, нихуя! Это чей кейс, блядь? Это Злого. Чего, блядь? Гарри Поттер сейчас Злой дохуя стоит. Злой пофармили, блядь! 30 тысяч он стоит, 500 долларов стоит. Охуеть! Я говорила, Гарри Поттер сейчас дорого стоит, пиздец. Я же сказал сразу. Машинка за 600 баксов? Да ну нам! Пошли нахуй! Не может быть такого! Может, блядь, не можешь пососать! Ребят, я все ссылки могу скинуть после этого. Нихуя, Сань. Охуеть. Не-не, там Гарри Поттер... Сань, добавители, Сань. Я в ахуе. Сань, надо было покупать за полторуху, Сань. Бля, первый, давай, давай next, быстрее, быстрее. На секунду, быстрее, мне надо цены прибавить. А, окей, давай. Сколько там осталось? Несколько контейнеров. Если мы ускоримся, то должны все успевать. А го без обсуждений, блядь, просто, блядь. Так, ну это Сань! Точно без обсуждений, Сань! Ребят. 2900! Можно я скажу? Давай. После пожара в музее много вещей сгорели, некоторые виды искусства, которые не пострадали, были выставлены на аукцион. 2900! О, бля, топ. 2900. Топ. Марк, что думаешь? Я контейнер думаю, художник. Что это пиздец. Потому что это музей. В музее, но... В музее не все нет, дорогое. Да, подожди, да, еще нет, не было нет, счетчика. Не, вы сказали 2900. Да. Не, еще он не сказал старт дорогов, я просто скинул. Так, ребят, если все готовы, то у нас старт 100, шаг 100. 900. Нет, 900 да. долларов раз. 900 долларов полторы. Два. Полторы тысячи раз. 1900. 1900 раз. Ань. 1902. 100 долларов. Сейчас думаю. 1903. Продано. 600, блядь. Сань, надеюсь, что это нормально выходит, Сань. Это 1900, просто банкейс, Сань. Я надеюсь, что да. они сейчас ебут просто бабки и все. Нет, это сейчас будет заебись. Там Фан. Что-то, блядь, видно, Вин. Что-то какие-то цвета, блядь, в коробке. Я тебе обещаю. Брат, там... я верю в тебя, Вадь. Там будет 100 долларов. Там одна картина будет. О-о-о. О, так это... Это миллиард, блядь. Так это же... хуйня же. И что это? Хуйня за 50 баксов. Ну... Чё-то, блядь. Так, стоимость контейнера 715 долларов. Бля. Я сейчас сказала. Так. Саня, ребят, next. Дайте нам один контейнер, пожалуйста. Давай, давай next. Сразу, секунду, сука, я, блядь. Ну, и мне надо прибавить цену вам. Реально, блядь. Дайте контейнер, блядь, пожалуйста. Блядь, Сань, может ты пойдешь, а я поиграю, попотею, блядь. Сань, ты один вывезешь, блядь? Да. Ты уверен, блядь? Я уверен, у нас хороший банк.
А тебе прям уже надо уходить? Да, мне надо уже уходить. Давай, а ты сможешь как-то вебкой оставить себя, чтобы я ничего не... 4К злому, алло. Не сможет. Тебе дали уже, блядь. Либо поменять другую вебку поставить. Брат, я сейчас зайду. Вебка. Я сейчас зайду, еще раз вырубаю. О, давай. Все, выходи, Гвин. Спасибо, Вадь. Все. Зашел, Вадь? Нет, ты выходи, я сейчас зайду. А, вышел? Вышел? 4К, что 4К вы пишете? Да дали, 4К злому, Кнок-кнок нахуй. Я прибавил все злому, долбоебы. Не, еще выше. Блять, сука, все поменялось. Погоди секунду. Роман, спасибо, что позвал. Да, если спасибо. Мы выиграем, я деньги перечислю всем, кроме кореша. Даже если каким-то чуть-чуть вопросом... Ваня, ты вторую вебку не можешь другой поставить какой-то? Другой? Блин, я только вспомнила, что я 5000 ебала. А, хотя нет, все нормально. Так, все окей. Так, это было вообще прикольно. Охуенно шоу. Да. Стоматолог, ребята. После того, как стоматолог сошел с ума и начал калечить своих пациентов, в скором времени попал в психбольницу, а все его вещи передали на аукцион как ненужный хлам. $100. А что думаешь? Осуждаю. А мы сейчас только с Джоэном играем, получается? Да. Ну, мы готовы купить за 600. Так, хорошо, вы будете обсуждать? Нет, давай не будем. Мы прям тут. За 600, давай пожалуйста. Давай сразу. Две миски, пожалуйста. Расскажи. Погоди, истории. Сразу, ну пусть люди обсудят, смотри, Наташа. Ну типа ширма, хуйня, это штучка для плевалок тоже. Максимум это хуйня со светом или с капельницей, что это и там может это быть. Это у стоматолога, да? Это может за быть, ширмой либо... что-то за... там. Видишь, Саня, что? Там ирригатор ты... будет дорогой, Сань. Да подожди, Саня. Ирригатор, блядь, нет, дорогой, братан. Наберешь. Сань... Все, я сам. И торчит, торчит ножка от чего-то. Я не почему понимаю, у Джоина 4000? Блять, было 6900 минус 1900. Все, Рома правильно посчитал, блять. Алё, нахуй. Как вы считаете? Блять, человек считает 6900 минус 1900, 4000, блять. А сколько будет на самом деле, подожди? А, стоп, а сколько будет? 5000 будет. 5000 будет. Блять, 5000, хули вы въебываетесь? Все, давайте, я побежал. Так, спасибо, ребят, Гвин, давай, да, спасибо, что пришел. Давай, Гвин, пока. Пока. Люблю всех, кроме кореша. Давай, бля, Гвин. Бля, у тебя еще онлайн 15 корон должен быть. Там у меня такой онлайн есть, типа, там, хуйня какая-то. Короче, что, начинаем торги? Давай. Так, да, ребят, у нас стартовая цена $100, шаг 100. А сколько 700. У нас денег осталось, Ром? У вас 5900, у Джоина 5000. Не, там что-то очень дорогое, блядь, за этой шимой, это 100%. Так, $700 Джоин, раз. $700... 1000. $1000 Марк, раз. 1200. 1200 Джоин, раз. 1500 Марк, раз. 1500 Марк, забирай. 2. 1500 Марк, 3, продано. Погнали. Так, давай, сейчас, начинай с чего хочешь. Секунду. Что-то как-то... Ну, бля, я бы за 600 взял точно. Так, окей. Ну, вообще, типа, стоматолог очень... Все, ребят, начинаем. $100 ширма. Хуйня. Мы в минусе, скорее всего, будем. Мы бы за 600 взяли, реально. Согласен. О, нихуя себе. Стоимость контейнера 1300. А сколько мы взяли? 1500? Да. Минус 200. Бля, надо было нам отдать. Немного по камбэк пошел, блядь. 300. Сейчас проверяйте, Джоин все въебет. Весь баланс. Не-не-не, я знаю, я... Так, все, Марк, осторожно играем. Так, окей, давайте дальше. Так, хочу напомнить вам, что это... Еще осталось 3 контейнера. Нет, а здесь не камбэк. 3 контейнера всего? Марк выиграл 100%. Да. Почему 3? Давай больше. Да, сейчас придумаю, блядь, их создам. Подожди, ты говорил 20. Ну, 22 контейнера всего, только что был 19-й. Погоди, а считается, выигрывает тот, у кого больше профита? Да. Или в сумме сплюсуется вся, все то, что есть? Ну, у кого больше профита, смотри, типа, ну, у Марка было 15 тысяч, у Марка, получается, всего сейчас будет 16-610, у Джоина там 11 с чем-то, ну, то есть он, грубо говоря, он сколько потратит? Ну, короче, сейчас поймем. Так, ребят, контейнер антиквара. Владельцем данного контейнера был малоизвестный коллекционер антиквариата, но в результате несчастного случая с владельцем и отсутствием родственников контейнер был выставлен на аукцион. За 600 беру. Так, ребят, ну... Бля, антиквариат, он же пиздец, ну дайте нам по приколу за 600, блядь. Смотри, да Марк, вот это вот приколу, портрет, сори, ну как три это контейнера все осталось. Бюст? Ну, Джоэн. Ну извини, у меня 5000 осталось. Бюст, он может стоить дорого, скорее всего, еще...
Часы и кресло. Все равно я скажу. Антиквариат очень редко дорогой бывает. Очень, вот прям пиздец как редко. Потому что весь антиквариат это говно старое, блядь. Это нахуй никому не нужные вещи. Антиквариат это не значит, что это дорого. Ну... Типа это хуета. Ну давай, давай, давай начинаем, все. Окей. Давай. 500. Нет, какой шаг? А, шаг у нас, да, кстати, я забыл вам сказать, у нас стартовая цена как раз-таки $500, шаг у нас 100. 500? 500 долларов, шаг. 1100. О, старт, старт 500, шаг 100. 1100. 1200. 1200 раз. Полторы. Полторы тысячи джойн раз. Полторы тысячи джойн два. 1600. 1600 марк раз. 1600. 1900 джойн раз. 1900 джойн два. 2000. 2000 марк раз. 600. 2000 марк два. 2000 марк 3 продано. Продано марку за 2000, у тебя остается марк $2400. Знаю удачу марка, сейчас это все уже будет стоить 2 миллиарда, блядь. У меня удачи по жизни ноль, Вадим. Я тебе больше скажу. Чел, давай не пизди, блядь, вот у тебя такая сосочка, блядь. Мне кажется, часы и бюст можно... Кстати, у меня где-то... Помню, у родителей была какая-то старая шахматная доска, мы ее продали, она пиздец какая дорогая была. Давай, реально, Ромочка. Так, бюст 650 долларов. Шахматная доска. Хорош! Да, так, блядь, это же шоу, типа, конечно, там будет антиквариат дорогой. Ну, ребята, я ставлю даже цену стартовую $500, то есть... Так, я же сразу сказала, я не знаю. 190. Бля, ну, Марк, хорош. Не, все, Марк выиграл. Спасибо, Наташа, спасибо. Красава, Марк. Поздравляем. Так, 1400. Ну, вы же не знаете, что будет дальше? Бля, что за хуйня? Ну, вряд ли я что-то за 100 куплю и выиграю. Ну, Артур, у меня вопрос. У меня вопрос, кто виноват, нахуй, что ты, сука, покупал всякую хуйню так дорого? Ты виноват, нахуй. Сиди, блядь, и пытайся что-то купить за 100 долларов. У меня есть шанс, у меня есть шанс, у меня сейчас есть шанс камбэкнуть, знаете как? Да, купить что-то очень дорогое. Не, у меня по математике остается, я посчитал, у меня по математике остается 2500 на 2 контейнера. Это ты в чате прочитал, я тоже это сообщение увидел. Не-не-не, я читал. Вот и встретились два уёбка, блядь. Я не читал. Бля, нахуй так люди подсказывают, уебаны. Ну ладно, блядь. Ебаш. А я могу услышать? Понятно, что так. Я проебал, блядь. А сколько осталось, Ром? Извини, кореш. У вас осталось 2400, у Джойна. Нет, смотри, по сути, Ром, ты можешь сразу открывать пак, потому что он 100% Джойна, он берет 2 пака. Да. Если он берет, если он согласен. Я беру по 2500, да. Он сказал 2 пака. То есть ты берешь 2 контейнера по 2500? Да. Хорошо. Так, у тебя становится $0. И давай будем открывать. Кстати, это контейнер, это был очень известный дайвер, и каждый раз он погружался все глубже. Очередное его погружение стало фатальным. Он остался жив, но остался инвалидом, продолжать заниматься своим делом так и не смог. Вот его вещички продают. Окей, Джон. Гага. А прикинь, если... Ошалеть. Он за 2500 его купил. Да. Я только сейчас, слышите, понял. А прикинь, если бы, смотри, так. А прикинь, если бы шаг стоил $200, этот, Марк бы поставил 2400, и тому надо было ставить 2600, и следующий контейнер, по сути... Да, тут них... шаг, кстати, был бы $200. Так, ну давай next контейнер. Так, сейчас, секунду, я прибавлю. Так, а чё, мы не участвуем, он уже все решил? Ну, он выкупил 2 контейнера за 15 тысяч, вы не сможете это перебить. Если в последнем контейнере что-то за 20 тысяч будет, это такой тильт будет, типа, это чит ёбаный. Не знаю, нет, не будет, Марк. Не, может быть такое, знаю Рому, блядь. Может быть, мне кажется, может быть, может быть. Мне просто надо было, типа, у нас же тоже деньги есть, надо было все равно потом... Вы готовы, ребят? Нет, 20 тысяч точно бы не было, потому что... Тут баланс, типа, понимаете? Короче, в общем, ребят... Если было 20 тысяч, то уже бы кто-то выиграл. Последний контейнер. Давай, открой. Тут хуйня. Ну, понятно. Чё, Жор? Открывай, блядь. Давай. Погоди, надо, блядь, давайте предположение. Давайте я историю расскажу, ребят. Давай. Груз данного контейнера был предназначен для бойцовского клуба, но из-за недавнего ареста неадекватного владельца контейнера было решено выставить его на аукцион. Да, там сейчас, блядь, вот этот шестиугольник, в котором бойцы дерутся за $5000, блядь. Но мы за 50, нахуй. Мне кажется, за 3, за 4 тысячи может что-то быть. Ну все, давай. Сколько? Да не, все, он проебал. Еще там Слава справа стоит с коробками. Марк Грац. Спасибо, братан. $100. Бля, на самом деле... Поздравляете, я там старалась. Да. Красава. Поздравляю нас. Спасибо.
Ты молодец. Да, мы поздравляем вас. С победой, Марк. Тебе теперь каждая команда должна по 10 тысяч. Ладно, Марк, удачи. Хорошо. Куда киви писать, блядь? Злой, не расстраивайся, злой, не расстраивайся. В стрипуху сходим на 100 баксов. Не, реально киви писать, это не наебало? Конечно. Ребят, вам понравилось вообще или нет? Да, охуенно было. Нет, хуйня. Да, мне очень понравилось. Можешь почаще устраивать такое? Да, это просто очень долго делается. Ром, делай. Ром. Делай шоу на бабки почаще, именно чтобы мы платили. Это интереснее. Да, мы, чтобы мы тебе платили, да, короче. Не-не-не, да, да. Если... Давай, не, мне просто, ну, вообще неловко людей звать, типа. И с каждым разом все почему более неловко, взять? Ну, а еще, ты чтобы, охуел? Типа, люди вкидывались своими деньгами, типа, и мне просто этот... Ну, типа, если... Типа, люди будут готовы, то хорошо, типа. Нет, тут даже вопрос не в том, то, что если выиграли, мы не выиграли. Это для людей типа, интерес, если, типа. Если бы мы проебали, мне так бы обидно было. Короче, я... Киви в лес отправляю. Давай. А, все, тебе деньги? Поняла. Да. О, вишня, вишня сидит. Там каждый участник тебе должен по 5000 скинуть, короче, Марк. Марк, напиши. Ну, и Аня. А, и все ЛС в секунду закрыли, блядь. Спасибо, ребят, что пришли. Спасибо, что позвал, это было прикольно. Да, спасибо. Да, спасибо, ребят. Я тоже пошла. Хватит. Уёбки, блядь, киви, как вам